Алисон отказался, Алисон стримит. Он сам себе там приятный и довольный сидит. Дэн, что? Дэн пошел спать. Все меня покинули. Ну что? Да. Осталось, блядь, понять, как играть вместе. Play онлайн, блядь, жмем. Давайте я попробую создать. Но мы у друг друга в друзьях в Стиме. У меня есть ты, вот. Я не помню, кажется, кто-то нету. Хорошо. Так, все хорошо. Играем. Play онлайн. По-моему, нема. Game, invite only. А тут по инвайтам. Вон. Ладно, по инвайтам. А, что это? Блядь, давай я создам, а то давай, да, давай ты, а то я еще что-то спалю. Создавай, конечно, приглашай. Плей? Буст, пацаны. Мне тип после последнего скукарека, кстати, можно сегодня последний скукарек уебать. Давно, он мне написал, короче, огромную претензию. Он меня там хуесосил с матами, с хуятами. А ты можешь пригласить его? Так. Да, вроде могу. Ой, блядь. Как у тебя ник? Только не говори, что щепочка. Проскроль вверх, там будет у тех, которые в игре. Отлично. Инвайт отправил. Так. У меня все, я зашел. Ага. Ну все, прекрасно. А как нам бота? Вон, add AI. Внизу. AI. Custom. А, блять, я down сейчас. Join slot. Ебать, я AI ломал. AI ломал. Так, каким у нас бот будет? Easy, normal, hard. Ну, чат у нас сильный. Чат сильный или слабый? Нет, он добрый или злой? Лояльный или... Крутой или говно? Крутой или говно? Хард, говорят, наверное, да? Не надо бота. Нет, бот будет против нас, как будто это вы. Сила, злой, блядь. Короче, ставь дать сложного. Попробуем его выебать. Так вот, ребят. Мне пишет тип ВКонтакте, по-моему. Я, короче, ну, как-то, блядь, наткнулся, я не знаю. И он меня там хуесосит дико. Говорит, ты в натуре тупой, нахуй, красавчик, блядь. Поставили слоу-мод, блядь, на 15. Тупой красавчик. Да, это я, спасибо. Да, я красавчик, да, глуповат. Короче, поставили слоу-мод на 10 минут, блядь. Это когда мы в скукарек играли. А сами, блядь, эти, а виперы бустятся, типа, буст пишут постоянно, спамят буст. Вот тебе и честная игра, блядь, ну ты и долбоёб. Я подумал, знаешь, наверное, самое неблагодарное дело, что каким-либо, когда я либо занимался, меня так никогда в жизни не хуесосили, как тот тип, за бустеров. Хотя буст, блядь, в этой игре никогда не работал. Так, ну я реди, если чё. А как реди поставить, блядь? Под тобой, к кнопочке. Вы персонажев не поменяли. Я не могу этот, блядь, почему-то. Я выбрал, типа, кастомайз, мне нахуй... цвет занят, то что, блядь. Цвет занят. В какой-то игре видел интеграцию с Твичом. Люди Ready. Писали в чат, и игра наебывала стримера. Я не знаю как, но люди такое... даже не кликают в чате. Тупо поебать. Я деньги уплатил. Нема пробелов будет так. Пожалуйста. Можешь бота убрать на секунду? Так, сейчас. Okay. Я думаю, я знаю, о какой игре ты говоришь. Сейчас, секунду. Все, спасибо. Так, в Discord кликер. Понял. Нахуй Discord кликер. Загремел в больницу, простила, ну, фильм, аниме смерло. В какой-то игре видел интеграцию с Твичом, люди писали в чате, и игра наебывала стримера. Я не знаю как, но люди должны были кликать в чате, тупо поебать. Так, что, погнали? Если бы ты точнее, я готов. Если бы ты точнее объяснил, в какой именно, что это именно в этой игре творится, я бы, может быть, еще и понял, а так я не знаю. Че, пацаны, вы хотите сказать хуёвый FPS? Я смотрю, все нормально. Все нормально? Игра... Опа. Это уже издеваются, наверное. Так. Все. Подпрыгнуть надо. Да, надо выбить. Пробел. 2. Сука, как обычно. Всю школу эту, блядь, оценку получал. Надо добраться до этого сундука. Понял? Угу. Сейчас будем ходить, как в Монополии. И каждый ход у нас будут мини-игры. Так. Вась, у меня лагает это говно, пацаны, подождите, у меня это говно дико лагает. Залезь в графикс, снизь все к хуям. Ладно, походу все-таки я
Вместо всего я все-таки... Ебать. Че, лагает реально? Да. А, ладно. Стройки на минимум ставь все. Ультра убери, вон, вон ниже. Пиздец. Поиграл. Ладно, попробуем так. Три, сука, опять не туда. Тебе не убери, говорят. Так, пацаны, сейчас посмотрим, тебя лагает. Блять, ну и графен. Там надо выбрать. Снизу. Сука, я дам, я заплачу кровью. Так вот, я что хотел сказать? Что я хотел сказать-то, блядь? А, да, в мини-игры будем играть, короче, здесь, каждый раунд. Нужно будет выиграть. На нахуй! А ты думал? Я не знаю, как это работает. Так, окей. А что это за мини-игра? Что надо сделать? Спинни-сейбер. Мы бегаем с саблями и друг друга режем. Кровавая херь. Ну ладно, погнали. Короче, ребят, я решил. Я решил. Кстати, надо будет подтянуть чуть-чуть битрейт, потому что, ну, в натуре качество уебанское на стриме. Сколько стоит битрейт? 3.5. Да, блять, то хватит. Ну, качество на стриме намного хуже. Чё за... Что происходит? Почему я в настройках? Я не ебу, блядь, что происходит? Ладно, я красный, блядь, я должен убивать, да? Чё за хрень, блядь? А кто... Ты чё за хуйню выиграл? Я не понимаю, блядь, как... Ладно. Сейчас я объясню все правила. Все правила, всем все правила. Кто меня убивает, блядь, я не понимаю, блядь. Ой, господи, ёб твою мать, блядь. Подожди, а какой бот света? Жёлтый. А зелёный ты пут, да? Да. Блядь, ясно, я дебил. Так вот. Блядь, я не успеваю. А здесь какие-то там клавиши помимо обычной атаки есть? Что ж меня так ебут? Атака и прыжок. Хорошо. А, ладно, блядь, забудем, что эта мини-игра вообще существовала. Пиздец, блин, я даже бату въебал, блядь. Да, выключи экран пута, ты правильно сказал, да, демонстрацию я так, пока убил. Да, кстати, это могло быть. Интернет лучше. Блядь! Ёб твою мать! Да ладно, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Убытка поничь всех уже, блядь. Морду продуло, так. Да, блядь, ну... Пута 3 хп, все, ГГ будет, если ты не берешь. Короче, это монополия. Здесь мы выбиваем, вот, он выбил 7, ходит, куда выбирает, останавливается. Это похил у него внизу, под ногой. Здесь это получить... У меня сейчас выбор, либо пойти влево на 2 шага, либо... Я понял. Что там. Кстати, как обзор делать, никак? А, ну вот тебе и пиздец. Вот эта вот штука, на которую встал сейчас Аксель, она как бы бьет по хп. Здесь... Либо ключи. Значит, с этой стороны показывают ключи, типа за ключи открываешь сундуки, и хп, вон 30-30, и у пута 3 хп. Путалибра. Короче. Давай, нажимай. Погнали. А точно никак нельзя отодвинуть этот? Да что ж ты, ёб твою мать, будешь делать? Так, следующая мини-игра после хода. А, окей, я понял. Такая идентичная есть в Mario Party. Играл. Просто надо эвойдить хуйню. А, просто летаем, да? Просто авойдим хуйню, да. И нет, и вон эти кольца. А, надо собирать говню. Все, понял. Так, я красный. Окей, я красный. А я чат какой? Чат желтый. А, точно. Нихуя что-то. Что-то он знает, исполняет. Да. Марио Пати там, блядь, там надо... Там... Ой, блядь, я чё, сука, косил, что ли? Максим наебался головой. Что я сделал? Как-то легко, блядь. Да сейчас, блядь, легко. Ой, я уебался! Все нормально, блядь. Ладно, я передумал. Да, не очень легко, да? Не очень легко. Хорошо. А, я выиграл. А почему ты выиграл? Я не знаю. Ну, нормально, мне нравится. Ну, у тебя хп нету, да? Сейчас, где там? Просто шадоу. Ну, у меня шадоу дизейблит. Все, пацаны, успокоились. Все, играем дальше. How do I... Если пойдешь налево, как я понял, мы по кругу пройдемся. Я не понял немного пути. Ну что, погнал, ебать. А туда смотреться никак? О. Раз, не, блядь. Там и там черепа, и там черепа. Ёбин-бобин, блядь. Ключами плати. Ключами или кровью?
This space is now yours. What would you like to me to steal from intruders? Это ты. Все, я понял, ты захватываешь. И следующий, кто туда попадет, попадет в ловушку. Окей, раз. А посмотреть точно никак нельзя, да? Ой, блядь, что я нажал? Я стою. Слева три, это я. Раз, два, блядь. Ну выбирай, что ты будешь забирать из этих клеток просто. Ключи. Ключи. Так, отпрыгиваем. На R говорят, не, нихуя не получается что-то. Блядь, 4 вправо, это к путу, нет, спасибо. Ну все, у тебя лигма теперь. Блядь! Да что за хуйня была сейчас? И чё, что сделает чат? Что, как поступит чат? А как предметы юзать? Ясно. Чат ебанулся в кактус. В принципе, неплохо. Да. Сука. И сдох. Да. Нет, смотри, все, я понял. Все, я понял, он умно поступил. Так, что мы делаем? Это бомбер, блядь, бомбермен или что-то типа того? Да, это, по-моему, бомбермен. Да, это бомбермен. Да, ставим бомбы и бегаем. Мы кактус, блядь. Так, хорошо. Хорошо, понятно. А на сколько бомб? How do I quickscope? Ой, блядь. Что-то, блядь, хуй понимаю пока все. Ну тут ладно. Бафы есть. Ой, блядь, надо, ой, друг, блядь. Другу, надо друг друга убить. Ой, блядь, сейчас. Друг друга убить это можно. Сейчас мы сделаем. Ёбаный в рот! Сука. А где я? Это все? Блять! Ой, блять! Все отлично, отлично сработано. Ходил, трусил еблом. Ходил, трусил еблом. Нет, походу, больше. Раунд 2. Понятно, тогда ладно, то типа. Слушай, а мы чату точно сложного бота поставили? Да, 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 да. Ощущение, что он примарашивает. Короче, я понял, взрыв — это увеличение дальности, а бомбы — это количество бомб за раз поставить, сколько можно. Понял. А, всё моё, сосать. Наглый, хитрый. Сука, да со своими волхоками... Пиздец, вы там взорвали, блядь, полмира. Ага. Ой, блядь. Ёб твою мать! Доставит, блядь. Ладно, неплохо. Сука, у меня все равно почему-то, блядь, FPS низкий. Все, я объясняю. Я клянусь. Я клянусь, я начну апгрейдить комп. Если я не могу играть в Pummel Party на стриме, по-моему, это пиздец. По-моему, это пиздец. Надо комп апгрейдить в таком случае. Блять, вы закончите с ботом драться или нет? А, все, ему. А не, он ему не пизда. Да поставьте в середину, мне кажется. Он выиграл. Да, не выиграл. Выживание. Ладно. Мы нос. Бля, пиздец, я прочитал. А какие предметы, объясните? На, там вот сейчас где-то здесь будет написано Q, по-моему. Блять, я на геймпаде. Изи. Вы бот единственный, кто правильно идет к этому, кстати, к сундуку. Use item. Use item. Окей, магнит. Aim this magnet at another player to steal their keys or items. Ебануться. Ты знаешь, кто рядом. Ой, блядь. Давай. Ой, блядь. Смотри. Ой. Вор, блядь. Вор, сейчас его поймаю, блядь. О, он прям на пути. О, найс. Погнали. Подожди, есть итемы? Нет, нормальных нету. Есть магнит тоже. Там и наводишь описание, пишется. Не-не, это пока лишнее. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Отличные ключи. Ну, успеется. Так. Как use item? Блять, аптечка, ну, охуенно. Угу. Куда идти-то, блять, непонятно. Направо пойду. Угу. Ключи. Это что? If you don't want to end up a bit crispy, you will need to keep track of your player in the dark, ну, while dodging
Надо оставаться в тени. Да, вот. Да, не попадать под лучи, хорошо. Это тоже достаточно легко. Профессионал в игре, блядь. Погнали. Сука, шкерьтесь все. Блядь. Ой, даете. Кто там бегает? Сипите своего углу, блядь. Бегает, перебегает. Это я бегаю. Минус чат. Чат, что-то вы слабо стараетесь, действительно. О, Вась! О, Вась! Я подумал, это я. Нет, я все, все, мне хватило. Мне хватило. Есть. Блы. Хоть где-то. Бля, ну, знаете, вы не смотрите, что я дебил. Вы не смотрите, что я дебил. Я, может, и дебил, но я, знаете, темная лошадка. Я сыграю, блядь. О, в какой-то определенный момент. Карту можно смотреть. Да ладно. А, на что? Да. Ну, у меня на Y, я на геймпаде. Ладно, а хорошо, попробую. Ты человек, блядь, или нет? Y. Математик, блядь. Да. А нам надо к сундуку всем прийти, да? Пифагор, да, к сундуку первым делом надо идти. Мы с Путом пошли, блядь, не тем путем, скажу так. Ты точно, да. Блять. А, ну тут есть лодочник, который меня переправит. Мне показывают, что мне надо прямо идти. Давай. Twitch DJ, да давайте поставим что-нибудь. А что за гифт, кстати, подарок? А, коробка, там рандомный предмет. Пантера, блядь. Смотрим. Так. О! Сука. Что это значит? Подожди. Я телепортнулся. Охуенно ты телепортнулся. Это так и работает? Да, только я мимо прошел. А, вот. Так, open. Надо 40 ключей, сука. Ай, лол. Блять. Так, сейчас мы музыку настроим. Вправо или 4 шага влево? Вправо. 100 шагов назад. Как-то... О, сука. А как там 100 шагов назад? Тихо на чё там? На... Тихо на пальцах. На пальцах? Ну, а на чём? Ну, вообще-то да, на чём ещё. На яйцах. How do I? Берем кого-то. Все, играет. Слышишь? Какое... Ты чё, сука? Ты выбираешь, как телепортнуться. А? Ну, ты выбирай место, куда упасть. Так я выбрал. Не получается. Тварь. Мразь. Может быть, на точно такую же клетку поможет. Один шаг. Тихо на... А, да, тихо на shift. 100 шагов назад, тихо на shift. А, пожалуйста, use item. А, блять. Use item. Вот такую херь. На уважаемого молодого человека. Так. А, чё, как он? Украл. Своровал. Донат. Донат у чата, блять. Есть. Раз, два, три. Вась, четыре. Вась, что такое? Я ж говорил, сука, лошадь работает. Тихо, тихо на шифте, блядь. Сколько у меня? 73. Давай. Легко, открываем. Ну чё, пацаны? Сосать, сосать. Вы мне верили? Первый из пяти. Да ладно. Да. Теперь туда надо. А, все понял, все понял. Да, по карте бегает. Минус честь говорит. Пацаны, забыли, кто я? Я мистер Сплинтер, если что. Вась, у меня прям... Ух, нихуя себе. Да, бля. Так. Так, остановись. Что это такое? Что он сделал? О, но! Он затопило, бля. Проблема. Он затопил карту. О, вертолетики. Хуя. Сражаемся, я понял. Погнали. Кстати, есть мини-игра с CSGO. Море крови говорит. Тихо, блядь. Вот, блядь. Че, сука, происходит? Я хуй понимаю. Не надо меня убивать. Че за хрень, эй, Вась? Ты нахуй! Ты в вертолет стреляешь. Иди! Рандон! Блять! Я не понимаю, как это работает. Я не понимаю, как это работает. Да, действительно, какого хуя? Если играл в тупо. Именно в эту? Именно в Pumple Party, да. Блять, ну не... Ладно. Ладно. У этого самолета болезнь, блять. Блять.
О, сука, сложно. Не люблю сложные игры. Отлично, я остался в живых. Вот, мне дали улей. Ох, как я, сука, сейчас второй раз против вас скрышу. Скрысю. Ой, все охуеют. Что за ракета? Используй. Мышь горит. Как в Дискорд залететь? Куда именно, братан? Регистрируйся на сайте. Как... Хорошая вещь только. Кстати, интересно, кто-нибудь понял, о чем говорил тип из донат? Что это, блядь? Ясно. Что ты делаешь? Just close your eyes. Так. What the fuck? Так, как кто-нибудь понял, о чем говорил тип из донатов про игру, где все кликают и подъебывают стримера? Mm-hmm. Эта игра называется Бунт, блядь. Ага, это я, да? Пацаны, чат, вообще, ну, я прошу вас не обижаться. Что ты там делаешь? А что происходит? Куда они потекли, блядь? Заил. Сука, сука. Что, сделал, блядь? Что это было, я не знаю. Сделал, блядь. Я не хотел... Прочитать надо было. Подъебывать я вас не хотел. Нет, чат, я не на вас это использовал. Что это за хуйня была? Как она работает вообще? Тут 80 куча пиздец. Create a portal underneath another player to swap your position. А, Аксель. Сори, блядь. Это, блядь! Да не надо! Пишов нахуй! Увидимся в суде, да? Да пиздец, блядь, там же впереди озеро, блядь. Ой, добровольцы играют, все хорошо. А, я ходить не могу, ладно. Нет, не можешь. Ага, ага. Бля, мне что-то крем-сода рыгатьнёй воняет, блядь. Не нравится, да? Не, я люблю крем-соду, но это воняет. Так, это что? О, но! Ой-ой-ой, это опять я себя как дебила. Тут есть прыжок. Есть прыжок, да? Ага, да-да-да. Я опять себя покажу со стороны конченого дебила, потому что я, сука, в координации не особо силен. Давайте попробуем. Ага. Вон, они трясутся, короче. А, все понятно. Окей, минус я? Понятно. Толкаться можно? Нельзя. Я почему-то хотел. Блядь! О, чат, с кем мы работаем? Готовы, сука? Мистер Сплинтер в деле. Блять, а как это было? А чё они не сдохли? Я не понимаю, чё за хрень? Чё за хуйня? Опять волхоки, блять, какие-то взломщики. Это какой, наверное, флексер зашел, блять, что-то настроил. А, слава богу. Это был точно сложный бот. Он просто решил умереть, пойти. Он сдался мне. Чат. Мне дали ружье, чтобы застрелить. Чат меня любит. Ружье, чтобы застрелить пута. Да. О, все, рассосался кисель, блядь. Спасибо, мне как раз, блядь, вниз идти, потому что... Ага. Ага, это я сейчас скажу, да? Да. А, ну, конечно же, ракета. Конечно же, я использую ракету. Погнали. Ну, что, сука? А ты убьешь их? На! Ой, блядь, чат, зачем? Зачем вы мне доверяете? Вы не понимаете, что я крыса конченая? Почему? Нахуй, какое доверие? Нет, все нормально. Давай с тобой на лапу против Акселя ебашить. Я нахуй сейчас... Блядь, чат, ну не надо. Блядь. Чат сосет. Сосет пузна. Отлично. А, ну. Ну и куда? Лол. Давай, блядь, пока. Высосал и отдал. Ты глотаешь или сплёвываешь? Да, бог дал, бог взял. Что это за вопрос? Какого характера это вопрос, блядь? Ты выдаешь или принимаешь? Так, ладно, я оставлю дробовик на пута все же. Да, угроза, ебать. Да. Я заберу заявление, если ты кинешь улей в пута. Улей-то закончился, у меня больше нет улья. Блядь, вниз-то смерть, так что... По кругу, блядь, опять. Бомбу на языку. Что за хрень, блядь? Успокойся. Не делай этого. У меня семья! Какого хрена? Надо один выбить. Или нет? Нет, не получится. Надо просто сойти. Бой!
Погоди, то есть если ты там наступил, то ты как бы все, да? Выиграл. Да. Ой, я понял. О, нормально. У меня ключей нету, сука. Решайся. Блядь. Так. О! О! Ворон в патина. Фух, сука. Ладно. Attempt to stay on the land as it is destroyed below you. Окей, бля. Ну, готов. Давай, я готов. На left click пикапаем, на пробел бросаем. На ту же кнопку и бросали, нет? Прыгивать там было. Твич, диджей громче, пацаны, не успеваю, меня тут уже разъебывают. А, да-да-да-да-да, так и есть. Ух, блядь, господи. На нахуй! Ой, блядь, на, это не то. Ты меня наебал с пробелом, ты меня наебал. С пробела таки это. Бля, господи. Нахуй ты это делаешь, подожди. Что-то я, блядь, не могу. А, сука, о, курва. Что, проблемы? Какие-то, сука. Что тут происходит? А, сука, что я, Вас? Что я натворил? Все, вы вдвоем остались? Че, немного нервный смех. Ладно, я понял. Мне очень интересно, как работает улей. Слабый, говорят, слабый. Проблемы? Да, блядь, проблемы, да. Ага. Это мой ход, такое ощущение, как будто я 100 лет назад ходил. Да, кстати. Не понимаю, как. А, ну уходит по левому, слева вот написано. Путь ты. Ага, да, вижу. Оно передвигается еще, видишь. Вон тебе бомба кидает. Какого хуя? Это бомба была? Да. Обворовали, обоссали. О, ну ничего. Ничего, я посчитал, что я не гордый. Ох, ебать. Блять, мой ход в этом году будет. Чат идет давать пизды. Так, use item. Что у меня есть? Портал. Портал, да? Ну, портал у меня определенно. А, аптечка есть. У тебя 5 хп. Согласен. Да, согласен. Сейчас чуть. Нормально. Нормально. Раз. Раз. Ой, два. Блядь, пожалуйста, только не. А, все. Все в порядке. Спасибо за зарядки. Бомба! Нашел. Wrecking Ball, это Wrecking Ball. О, collect the most keys. Тут есть панч, есть атака. Есть тут, на какую кнопку? А, да. Блядь, у тебя там... Ну, у меня РТ, блядь. Да, я но понял. Ну, это, скорее всего, этот у вас курик. Left click. Да, left click. А, все вижу. Ну, это по мне. Вот это занятие по мне. Мусор собирать, блядь. О, блядь, перестроился лабиринт. Да, так и будет происходить. А тут можно с горочки подпрыгивать. Сука. Ой, сука. Кто тут? Вовремя. Блять. Жестяные. Нет, это только оглушение-то. Я в детстве, ребят, собирал стеклянные бутылки, но чтобы... Ну ты охуел, как ты бьёшь? Что ты, я травить буду, блядь, бегать, ребят. Сука. Да иди нахуй, это мой мув. Что значит не могу догнать? Что значит не могу догнать, блядь? Вы охуели, откуда вас тут? Я ходил, сдавал, это я, моё первое место. Мне нельзя доверять. Это я вам за то, что вы мне, блядь, вчера, позавчера устроили на стриме за бунт. А, так, секундочку. Ага, подарок. Ну-ка, что у нас? Choose next minigame. Ну я в этой профессионал.
Все. Какую ты выбрал? Который я профессионал. Ой, только не на красную. Ой, нет. Это твоя. Это моя, отлично. Красная, самая опасная, моя. Можем повторить? Так я же не договорил, блядь. Перестань, пожалуйста. Почему я? Эй, лол. Вот давай улей. На улей я согласен. Итак, я собирал стеклянные бутылки, чтобы мне хватило, чтобы поиграть час. Смотри, это сейчас хуйня в воду упадет и все. Что это вообще, блядь? Что это, блядь, вообще? Что это такое вообще? Ты пиздец красивый, но тупой. Нет! Спасибо, пожалуйста. Ой, нахуй я собираю бутылки. Да, точно. Чтобы, блядь, поиграть в компьютерном клубе, в Кузю. В домовенка. Ёбин-бобин. Да, отлично. Максиму? Да, дай мне. Да я думал там что-то там. Я не знаю, как осмотреться. Там слева, когда подсказка по кнопке. А там нема у меня. Нет. Поход в больницу откладывается, братан. Спасибо за то, что поинтересовался. Посмотри в настройках. Да я тоже так хочу. Я говорю, ты помнишь свои первые стримы и как начал все эти стримы? Только не понимаю. Да, я помню, мой первый стрим был вместе с Алисоном. Мы играли, блядь, в Терру. Я ебанулся. Лол. Так. Open case. Мать природа, блядь. Давайте послушаем. Ой, блядь. Ага. Все, а песня закончилась. Где нужно сажать? А нужно я песню спою? Хуяк. Играем. А, ее передвигать надо на голову того, кого ударить хочешь. Блядь. Я понял. В следующий раз будем знать. Итак, здесь я вас поебу всех. Поебу. Нещадно. О, Вась, нет, я в этой хуйне профессионал. Прекрасная музыка. Он просто убийца пошел. Какая-то проблема определенно. Yep. Ой, чуть-чуть не слышу, надо будет перечитать этот донат. Обязательно перечитаю. Ага. Что за песня, блядь, игра? Блядь! Какой вазелин-то, сука? Сука, страшная хуйня. Я собран, сконцентрирован. Сука, ну я суисайд-чат, это был вообще хороший мув, блядь. Ух! Долго мы ли, блядь, будем так бодаться? Да, до конца. До конца, давай. А, все, прекрасно. Прекрасно. Почему я на втор... Сука, что это мне дали? Стропоний какой-то. Ну ладно, буду убивать его. Кабачок. Не надо, пожалуйста. Ой-ой-ой, кому, блядь, не повезло сейчас. Ага, все, понял. Так. Ну сейчас проверим, что именно он делает. Значит. Ну. Блять, как взорвать-то его, блядь? Хуй там ключ. Ой, Вась. Прошу прощения, я не думал, что дойдет до смерти. Как кто попал? Ребят. Он реснулся, все в порядке. Да, ребят. У него 0 кп пишется. Мразь, говорят, урод, убийца. Не, 30 кп. А, можно, да? Мне чуть неудобно за чат, это все-таки мои самые близкие родные люди. А, так. Ага. Вот, как ты это сделал? На R. Парень помог советом. Сука, я теперь считаю, что после этой игры меня чат будет ебать еще несколько стримов подряд. С бунтами, хуюнтами. Забань слово бунт. Нельзя, да, чтобы такое писали? Можно забанить? Нет. Можно забанить сморка? Ну, как текст можно забанить. Надо попробовать. Yes. Слышишь, нахуй? Сука. Я сейчас того не скину, блядь.
Молодец, ты доволен? Ты сделал, спасибо, что хотел. За всем вниманием, спасибо за внимание. А, я так понял, типа, если я умираю, что у тебя ресетятся все кубки, хотя, по-моему, бот не брал кубки. Бот не брал кубки, у него ключи вон миллиард. Но да, но типа, если были бы кубки, то, наверное, они проебались бы. Так, что Rusty это? Racers. Вот, наконец-то, наконец-то. Когда Time to display your drifting skills. Drive your rusty vehicle around the truck track, but make sure not to fall off the first. Окей, то есть тут надо реально. Тормоз реально дрифтить, да. Так, тормоз на пробел? Не знаю. Сука. Ой, блядь, упал. Вот так, блядь, сука, что такое? Неприятные. Да, да, очень, очень. Блядь. Очень непонятно. Вась! Ой, блядь, упал. Помогите. Бот вообще охуевший в этой игре. Бот охуевший, ничего не говори. Управление ужасное. Охуеть просто. Что за музыка игра? Ой, блядь. Сука, тяжело, тяжело. Вообще, да, нормально. Бот вас на кухню погнал. Блядь. Давай, пошел. Блять, я не знаю, это хуйня какая-то. Блять, я разбьюсь. Фух, блять, в натуре Да ты, сучий сын, а, ну. Блять. Оно там уже выглядит как-то так неинтересно, это пиздец. Это сложно, это сложно. Дискомфортно. Тут самые, ну, блять, странные контролсы вообще в мире. Ага. На этом легче, на геймпаде. Блять. Закончите этот саферинг, ёбаный. Окей. Ага, все, понял. Какого хуя? Какого хуя так? Еще эта песня мне мозги ебет. Какая может быть пуля? Нагонщик. Вот, вот это хорошая песня. Наконец-то, дайте погромче даже а сделаю. Соберет? Нет. А, нет. Хорошо, это хорошо, наоборот. А, нет! Опасно, блядь, я подумал, что все. Громче музло, пацаны. Вы здесь за музыкой, что ли? Ага, сможешь воспользоваться? А, нет, 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 у тебя ренджа не хватит. Так он нихуя не делает. Американ бой. Телепорт не, не буду, да, после этого будет кидать. Ну и что? Не, ладно, просто попрыгнуть. Вот ты, сука, будешь в коматозе лежать в больнице, позвонишь первым родным людям, а мы тебя нахуй пошлем, сука. Это всего лишь игра, ребят. Кенни Веста не любят. Да, я, конечно же, схожу. Так. Отличный подъебос будет для Акселя. Прямо на мою ловушку. Действительно, это же чат. American boy. Подожди, эта хуйня не сработала? Нет, она не сработает, когда ты на нее так ландишься. Я прошу прощения, я знал, что она не сработает. Я подвинул вас ближе к этому. К сундуку. Не ебите мозги, пожалуйста. Себя забань. Что позволяет кактус? Игнорит эту клетку херово? Да, да, скорее всего. Мы кактус. О, нихуя себе! What the fuck? Ну давай пробовать. Просто отражай, что ли? Да, просто отражай. Ага. Понятно, чей шар был. Ой, блядь, куда хуя? Ой, блядь! Управление реально ёбнутое.
Да нет, это реально геймпад нужен, на геймпаде он много легче. Ага. Ой, блядь! Пропустил один. Сука, работаем. Работаем! No! No, don't do it! Сука! Да блядь, кто не забил Маркус? Да блядь! Да вы забарили забил. No! Ладно, пока вроде... Пока вроде неплохо. Чат мне закатывает просто на стоп. Бля. Прямой пускает, потому что... Да сука, я пытаюсь сконцентрироваться, нихуя не помогает. Кактусы разбавили. Второй чат выиграл. Отлично. Так. Ну давай, что там, блядь? Что там, блядь, перемит чат? Блядь, ты шо, где... А, меня там нету. Ну не знаю, ребят, довольно слабое использование этой обилки. Я, допустим, ее использую с большим преимуществом, чем вы. Не знаю, ребят, играете вы посредственно. С большим преимуществом. Играете вы посредственно, если так сказать. Если вы про меня говорите, что я играю посредственно в Dark Souls, то в эту хуйню вы вообще отвратительно играете. Да, блядь. Получаешь, нахуй. Хп много, что ли? В тайминг, блядь. Блядь, сейчас ебал. Выключи спин. Так, сейчас посмотрим. Я забыл, где она. А, ой. Ключи. Отлично. Работай, а. Отлично, все. Работаем, работаем по цели. Что такое, ребят? Что такое, блядь? Кто побеждает уже второй раз? Максим! Максим, стример Максим, блядь, победитель. Никто другой. Ну, блядь, вы издеваетесь, что ли, хотя. А, ну не по пути. Громче. Все хотят слушать музыку. А, кровь, да, все. Гробы, цветы. Громко, да, пацаны? I chase you. Все, потише сделал. Аксель. Че я? Да. Угу. Че ты делаешь? Чем ты занимаешься? Хочешь прикол? Там dead end. А, оно не сработает на меня. Нет, я про то, что там выхода нету, блядь. Нет, есть. Нет, нету. Как нету? Вот так вот. Проверь. Проверься. Лечись от спида, Валера. Передай Оле, чтобы лечилась от спида. Громче, тише, ребят. Как есть, так и слушаем. Как сейчас играет, нормально. Здравствуйте. Ар, говоришь, да, все правильно. Да, да. Стрелочки смотрите. Ладно, я тебя наебал. Ой, блядь, варлоки, обожаю. Блядь, тут ай, честью. Так, давайте. Давайте, блядь, играть. Я в этой хуйне профессионал. Я играл в Варик 3, блядь, варлоков. Тысячи лет. Давай будем играть в Диабло тоже. Только хуели оба меня. Нахуй. Так. Что за месиво, блядь, ебаное? Я, если честно, нихуя не понимаю. Мажет только. Да хуй, заебали вы в меня кидать. Это в этом же весь кайф. Да, блядь, пут. Иди нахуй. В этом же весь кайф. Ну! Давай, блядь, чат, помоги. Чат, убивай его. Чат, убивай не меня, его. Правильно. Души. Души его. Души, блядь. Сука! Убей молодого! Убей, чат, помоги мне! Блядь! Тихо! Они в лаву зашли. Сработано! Отлично сработано! Спасибо за то, что дали мне победу, ребятушки! Люблю вас! Так, пожалуйста, подарок юзанем. Отличный презент. Там что-то плохое, блядь. Ой, блядь.
Меня... Военкомат. Военкомат подарки. Военкомат подарки, блядь. Что это за хрень происходит? У них тоже. Что это? Что имеется в виду? И что? А мне похуй. Да, они оба открыли. Что дальше? Мы, блядь, с чатом в коробке. Ну, сидите. Окей, подождем. Да, за мной в армию нахуй улетели все. Все подписчики. А там стрелочка указана была. Это говнё. Ой. Ну, ладно. Братан, сегодня не в больнице, еще раз говорю. Сегодня не поехал. Ага. А, сука, вот о чем базарил Дэн, точно. Да Дэн говорил то, что у него на стриме попросили, чтобы... Куда ты пошел? А, ладно, забейте. Случайно. Ты дурак, блядь, там... Что это? Там этот, ебаный. Кто? Что это, подождите? Коробка. Memorize the arrows shown each round and move to down. Показывает, как надо ходить, чтобы не умереть. Понял, понял. Ой, у меня с этим плохо. Так, ладно. Ладно. Эй, я встал на два вверх. Отлично. Вначале, налево и направо, блядь. Я на два вверх, у нас разные все. Отлично. Я бы еще раз сыграл, потому что старт будет неправильно. Отлично, сука, воюем. Окей. Да. Down. Ребят, ну я хуй знает. Ну типа для меня гения, мирового гения, такая хуйня проходится на раз-два. А можно мне с военкомата вернуться? Я как бы... Это типа просто пропуск хода был или чё? Да, пропуск хода. Так, выбираем жертву. Где кто-нибудь? Нет, это меня не интересует. А, вы в коробке спрятаны, вас не подъебать. А я не собирался. Я не собирался вас подъебывать. Я просто похожу. Ага, раз. Вниз хуйня, а вправо сундука. Да. Там взрослый мальчик, хватит, блядь. Хуёво получилось, ну неважно. Крыса, сука, мистер Сплинтер, напоминаю. Бля, они умеют. А, ты в карте. Пошел нахуй. Да, найс. Найс, найс. Это плохо. Интересно, сколько здесь мини-игр в принципе? Мы еще не видели CSGO. А, да, здесь же стреляться можно. Да. Сам говорит, ребят, давайте без обид, это всего лишь игра. Да блять! Почему опять бунт? Да ах, я тут в игре чат унижаю жестко. Жестко выигрываю, типа. Они надо мной издевались, когда я играл в Sekiro и Dark Souls, я здесь отыгрываюсь. Не-не-не, путай, иди нахуй с своей колотушкой, меня не стрелит. Бля, оно короткое. Предмет переключен. Охуеть. Отлично. Баклажан. Справедливо. Справедливо. Лада седан. Ой. Это трон? Не пойму. А, ты своим этим трейлом трапаешь врагов. Да, это трон, да. Это нет, это... Эти, как его? Агарио. Это трон, блядь. Агарио, понятно. Ребенок, блядь, черного цвета 20 века, блядь. С тобой все понятно. Агарио... Трон, в троне на машинах были. В трон, трон это вообще как раз на машинах хуйня. Я сам себя убил, блядь, так можно, оказывается. Это просто змейка, блядь. Просто, ну, еще раз напоминаю, это трон. Ты, Андон. Ой, блядь! Подъебал. Чё-то вы, ребята, даете. Давайте там подключайте мозги, рефлексы. Посмотрите на меня. Ой, блядь, ой, что ты сделал, нахуй? Что-то я не то сделал, блядь. Ну ладно. Сань, давайте свастику рисовать. Нет, давайте не будем. В любом случае, я первый. Я лучший.
Ну пиздец. А, не-не-не, я тоже первый, так. У вас двое первых. Да. Ага. А, я, да? Так, давайте сделаем. Так, куда там? Прямо тебе. Да, я вижу, вижу, вижу. А, что-то пиздю. А, нет, все правильно. Поехали. Далеко пиздячить. Сразу и за нем итым. Хотя нет, хотя да. Хотя. Да. Что за тайминги, блядь, ты делаешь? Ага. Отлично. 9. Не, ну нихуя ты! Это я, сука, сильнейший. Что это? Would you like to take a ride on my cannon? Would you like to ride on my cannon, блядь? Нет, нет, я нет, не буду, спасибо. Ой, кажется, это плохо. Не, ну вот там... Прелестно, прелестно. Овнер, блядь. Я, это я. Третий уже, блядь. Это третий. Пиздец. Ой, блядь. Как игра? Да, сойдет, блядь. Советую того, у кого есть друзья, да, грустная фраза, блядь, поиграть, поиграть, посидеть, потупить можно определенно. Во, Free Flow Flava заиграл. Блядь, я как вспомню, когда я узнал, ну, что за вообще за исполнитель Free Flow Flava, он, кстати, живет недалеко, может в гости прийти. Пацан из Сочи. Free Flow Flava, да, если вы думали, что это, кстати, кто-то американский, нет, это русский пацанчик, он недавно отсидел в армии, вышел, о, продолжает писать, живет в Сочи. Прекрасный парень. Так, блядь. А есть хил? Хуй но там. Ага. В Питере? Точно в Питере? Значит, я ебанулся, значит, меня дезинформировали, если он в Питере. Блять, Рифлов лава нас. Сюда получается. Я у него бит хотел заказать. Братан, да, агент, я именно у него и буду заказывать биты для. Это самое. Для кликера. Да что это за хрень, посмотри. Воры! Воры, блять! Пацан в армию сходил, а ты слышишь. Да. Да, все верно. На. Хорошо. Вот. О, ну все, сука. Fortnite. Мой любимый. Блять. Ага. Погнали. Блять. Да как сука. Стрелять? Как стрелять, блять? Я не понимаю ничего вообще. А, все, нашел. А, один выстрел только на ружье. В спину! Не получилось, не получилось, не стреляй! Да, ну не, да не стреляй, Вась! Вы чё, охуели там? Бать, там бот наваривает. Да, бот. Ахаха, ты иди от меня, сука, не делай! А им бот, блядь! Да ну иди нахуй, я крышу! А ты, сука, он меня преследует, он меня ебёт! Пожалуйста, не убивай, Пут, давай на лапу играть! Давай не будем убивать друг друга! Хорошая ведь тема! Я сейчас не играю, блядь. Ага, всё. Ой, бот! Там... Тихо, чш, чш. Она. Блин, да хули ты? Крыса. Крыса. Вот появился, сразу убил меня. Мистер Сплинтер. Ночной охотник. Она и запустил, блядь. Ночной охотник. Бау! В спину, нахуй. Быстрее уходим. Уходим. Сука, Фортнайт, чё такое, пацаны? Тихо, ты чё нахуй пугаешь? Ты чё пугаешь, да сука? Блять. Чё-то не очень вышло. Не, в принципе, нормально. Так, нормально. Да, блядь. Вот, конечно, ещё ебаный. Мышь, мышь, блядь. А сами? Сто ключей, не дохуя ли вам будет? Да. Ага. Да нахуй жить. Ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кому это? Мне? Спасибо. Это мне. Так, значит, проверяем, где этот сундук. Ты показываешь, ага, через мужика за 10 ключей. Ой, попал. Через мужика, через... Понятно, блядь. Ладно. Похуй. Похуй. Раз, два.
три, четыре. Пойду, пойду, блядь, околесицы. Все, хорошо. Потренируй им, ты плох. Да, я хуев, да, я хуев. Три сундука не дохуяли, тебе будет действительно многовато. Для меня многовато. Бля. Тебе не стыдно? Иди, блядь, на своем стриме у своего чата воруй. Бегаем, блядь, от него теперь. Смотри, какие, какие все крысы ополчились. Не без интереса, сука. Верни, падла, говорят. Они вы сами спиздили. Художественный фильм? Спиздили? О, проблема. О, проблема. Драка. Так. О, это что такое, танчики? Ну, танки, это я люблю, танки, братан, X. Танки X. Сейчас я вам рельсу покажу. Охуеете. Я наученный. Блядь, тут один есть? А можно я не буду умирать? Что произошло? Как стрелять? Как стрелять? What the fuck? Я нихуя не понимаю. Стреляй. Стреляй. Разбивай. Убивай. Сука, давай, натренировал рису. Убивать нахуй. Могу понять, тут карта просто ломается. А, под воду уронить, скорее всего. Ты думаешь? Да. Я просто издеваюсь над путом и все. Иди в хуй. Куда ты? Где ты? Дорогой друг. Что фак, блядь, я не понимаю. Против моей... Я танк, но я стреляю не танком? Нет, ты танком, блядь. Ты танком стреляешь. Воду, воду надо ронять. Да, надо ронять воду. Я вот тут ой, ой, блядь. Ну против моей рельсы-то куда вам, ребят? Не, ну очень, очень хуёво. Блядь. Ну что, вот мы и опять встретились. Ну, ребят. Ну так он преимущество у него. Он тебя сейчас уронит, блядь, он не расстреляет. А вы уверены? Нет, нет. Блять, слабенько, слабенько. Ну куда против моей рельсы? Вы знали, что я киберспортсмен по рельсам гладким и длинным. Ребят. Что это за музыка? Икает кто-то. Икота, икота, перейди на Федоту. С Федоты на Якова, с Якова на всякого. Так, погоди-ка. Поехали, блять. Ух, блять. Ух, 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 ух. Ух-ух-ух. Ой-о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 й. Да блин. Раз, два, три. Сука. Что это за музыка, блядь? Что хуже, что там вообще играет? Охуенная музыка просто. Дайте трек, говорят. Ой, блядь. Сука, он пометил сейчас. Мне сейчас вырвет, ребят, я не могу больше это слушать. Кому надо, блядь, название песни, я скину в чат, я больше не могу это слушать. Сейчас, они секунду. Они могут сами в Twitch посмотреть. Да, могут, но многие не понимают. Ой, секунду. Или дослушать, блядь. Или дослушать. Немного, пожалуйста. Нормально. Руки, ноги есть, пойду нахуй, да, пацаны. МС Пут, блядь. Кайф для ушей. Ладно, в середину сразу. Что это за хуйня? О! А почему я не ходил? Да. О, Death Run, моя любимая. Да? Ну ладно, ладно, погнали. Я сундук собрал. Так. Бля, там кого-то с работы уволили, не могу в чате прочитать. Ого. Опасно. Ой, блядь, охуеть, спасибо, папаша, подожди. Ага. Простите меня, а где чат? Что с чатом? Ага. Блять, не в ту сторону пошел.
Сука, Аксель, успокойся. В смысле, блядь? Куда ты? Не знаю, бегу на финиш. Может, а, подожди, тормозни. Погоди, тормозни, у меня снюс есть, давай закинемся. Погоди. Причем тут наркоман? Сука, Стань, закинься, блядь, сука, пожалуйста. Табак, да, который... Не-не-не. Хуйня, да как ты смеешь? Корвус под губу, да. Блядь, он придет? А, вот. Добрый день. Опять кто-то накидал там мановаров и всего такого. Ой. Ну ладно, накидали. Пусть играет, сейчас следующая песня все равно скоро. По рисовке. Да, братан, я добавлю тебя в Дискорд. Главное, напиши мне свой Дискорд в личку Твича. Всем, кто по игре, по кликеру, все пишите в личку Твича Дискорд. Завтра в конфу всех добавим. Какой игре кликер? Какая еще игра кликер? Кликер делаем. Угу. Да, меня уволили с работы за то, что я всех послал нахуй. Вчера мне позвонил знакомый, которому я говорил год назад, что хочу фастфуд. Говорит мне, мол, есть небольшое помещение, немножко денег, мол, давай замутим. Типа его бабки в мои, и мои руки. А у меня сейчас такой период в жизни, что я абсолютно не понимаю нихуя, что происходит вокруг. А в чем вопрос? Иди и делай фастфуд, ты что, бредишь? Вставай и пиздуй. У него бабки, у тебя руки. Не бей мозги. Срочно. Движение жизнь, движение выше. Так, погоди-ка. Сможет ли мой огромный баклажан долететь хоть до одного из вас? Да, определенно сможет. Определенно сможет. Да ёбин бобин, ну блядь. Не надо, блядь, мне, а не, похуй, натуре тебя. Меньше проси. Какой умный баклажан. Прекрасный баклажан, нахуй отсюда. Мне хп не было. Отлично сработано. А, ты потерял один. А, не, я потерял кубок, я потерял ключи, блядь, у меня было больше. А, это говно. Синенький, не кабачок, а синенький. Так, нажимаем. Давай. Пойду четвертый день посру за день. Ты, блядь, хоть бы сообщение написал нормально, братан. Да, это определенно нормально. Так, сколько я выбил? Без разницы. Ой-ой-ой. Спасибо. Ой-ой-ой. Обидно. Вернулся. Кубаноид, блядь. Не баклажан, а синенький. Так, пока почитайте там чат, мне срочно в туалет надо. Сейчас обоссусь. 11 сантиметров это нормальный баклажан. Из такого салат тёлки сделать можно. Но я считаю, что, блядь, это нужно быть счастливчиком. Я не видел никогда таких баклажанов, блядь. Мой 9 сантиметров. Всегда был и будет. Перчатка с одного удара ебёт? Да, ебёт. Слушай, ну это переживу, дело мне фантастично охуенно. Правда, за квартиру платить надо, нечем. Ну вот видишь, в том-то и проблема. Чтобы нихуя не делать, нужно хотя бы до этого что-нибудь немного поделать, чтобы были деньги, чтобы ничего не делать. Но я тоже за то, чтобы меньше движения делать. Вот просто нихуя вообще, блять, превратиться в существо, в живое. Врасти в диван, и будет все отлично у тебя по жизни. Зато какой гладкий прошивает, найс. Ну не знаю. Уже час сидим, играем. Мой баклажан 90 плюс сантиметров, я зову его брат. Отлично. Так. Че за чел играл на тарелке из Сочи, который... Почему на тарелке? Это Free Flow Flava, ты про него? Самурай. Ой. А Топут ушел, да, просто? Да. А, я понял. Какие планы на стрим дальше? Да хуй знает, сейчас поиграем еще. Может, что-нибудь посмотрим. Ебучая игруля. Да, нормально, в порядке. Я же тебе предлагал, давай с нами играть. Ой. У меня кабачковая икра. Звучит как... Хуй пойми что.
Да у меня ее нету, ясен хуй, что у тебя ее нету. Ни у кого из нас ее не было. Когда мы начали играть, она у всех появилась. Ты просто не пробовал, блять, в нее играть, поэтому говоришь, что у тебя ее нету. Заебал уже со своим нытьем. Кого-нибудь печатать взять на роль бота? Уже поздно. Угу. Так, давай Трапез Делайт. Сейчас посмотрим. Так. Ага, все. Игру запомнил. Самый мерзкий смех. Прости. Прости за мерзкий смех. Уёбок с топором. Я на месте. Давай. Джекбокс, я сомневаюсь, что я буду когда-либо еще играть. Не хочу. Глы. В Джекбоксе есть не только. Я знаю, что не только смехлысты. Или ты про что? Ну да, я про то, что там где, в четвертом и в пятом есть, где можно не шутить и нормально поиграть. То есть даже на стриме будет интересно? Там есть игра, где надо друг друга знать, друг про друга пиздеть. Типа, один пишет ответ на вопрос, а остальные про него пиздят на этот ответ. Тут надо угадать, где, ну... Автор, там весь вопрос. Джекбокс хорошо на стриме заходит. Ну, вообще-то Джекбокс — это игра для стримов, так что, возможно, имеет смысл поиграть будет как-нибудь. Не пятый, что так, ой, блядь, это этот самый? Ой, только не Тоха. Этот, Мегамен, блядь. Что он делает, блядь? Надо доджить хуйню. Все, пиздец, вот это я не умею делать. Тут двойной прыжок, блядь. Так, да, если у вашего попуга проблема со стулом... Блядь! Вы воскрешаете, забейте. Если у вашего попуга проблема со стулом, то капните ему немножко вазелинового масла в клюв. Блядь, да что ж ты, твою мать, будешь делать? Ага. А все, ты как погиб, вы, да? Как вы так делаете, блядь? Я еле прыгал. Хуёвая история была сейчас. А, все, я тоже, да, все. Я тоже все, да. Да, я же говорил, что особо не получится. Да, блядь. Пиздец. Ёбаный бот, блядь. Вообще ничего не делал. Как будто. У меня ни одна жизнь не пропала. Ой. Изи, изи. Проебал батун, блядь. Ага. Сити нам. Да схуяли, ёб твою мать. Что за хуйня? Да это подарок сработал. Нормально, найс подарок. Да это мой, это не берите. Это моё. Я хочу победить. Где появился? О, это же, это музыка из Лего Муви 2? Хорошая. Очень нравится. Музыка, когда кто-то умирает в Конохе, да. О, смотрите. Сейчас затопит все нахуй. А как туда попасть? А все. Ждать надо, пока не затопит. Так, а где следующий сундук? Под водой, что ли? Под водой, так, да. Мне показывают. Мне показывают под воду идти, типа, но... Нет, я... Ну, она ж пропадет на следующий ход. Угу, да. Видите, а где бот стоит? Вот тут-то. 5, 6, 7, 8. Блять, ну не знаю. Да нет. Тебе явно не выпадет 8 или больше. Каким хуем на этом дай себе выпадает? Я собираюсь 8, я лечу на 10 этот. А ну давай лети. Посмотрим, что сейчас будет. Донаты чекай, да, определенно буду. Сука, что это значит? А, подожди, а смысл, а что он делает? Что он по воде? Я говорю, блядь, по воде, Иисус. Что за хрень? Что за хрень? Что, дурак, не надо. Придумай. Нормально. Ладно, четко сработано. Давно отвечать. Чекни видос, плиз. Братан, видос мы я чекну после игры, естественно. В игру Choice Chamber. Давайте посмотрим, что за Choice Chamber. Ой, блядь, куда наступил? Ага. Хорошо, проверим. Закреп на странице, там музыка, сам знаешь для чего. Конечно, не Free Flow Flava, но честь имею. Понял. Понял. Хорошо, чекнем. Извиняюсь перед вами, то, что вас на ракету насадил.
Подожди, там новая серия Бузовой вышла. С 1 апреля, блядь, спасибо. Я знаю, что не вышло. Ага. Так, морду продуло, поэтому распухло, и там... А, это я сейчас играю? Подождите. Ходи, блядь. Да, давайте. А я сделал нос, что стрим... Да иди, нет! До свидания. Блядь! До свидания. Это было не слабо. Пиздец. Так, там своя схема. Ебать, там такие деды пердящие, страшные. Ебать, мемстер умирает. Братан, живи. Оживай, пожалуйста. Возвращайся из больницы. Я там всего первый день охуев и голых жоп повидал больше, чем за всю свою жизнь. Сука, больница это страшно. А, я... А, прошу прощения, читаю донаты, блядь. Да я донаты читал, блядь. А, наверх. Блядь, только не мои ключи. Вот, хорошо. Да сука! Ага. Кто я мне понял, накидал? Камелот, блядь, пацаны, вы серьезно? Ну кто мне накидал этих песен, ребят? Ну у меня нижний для стрима совсем. Камелот, я понимаю, ты очень любишь металл, но нужно ж под настроение. Да, убиваешь. Вау, крутые песни, особенно басы, но постоянно петь про секс с уважением. Чат ебут, блядь. Интересно слушать про сношения и наркоту вокруг. Что, это я ничего не сделал. Да, моба второй сезон посмотрел. Блять, я... Слушай, а манга, блядь, же продолжается после второго сезона, да, после событий? А я не хочу спойлерить на весь чат, но, типа, скорее всего, нет, манга закончилась. Да нихуя себе. Так, что делать? Hold the crown to gain points. Knock out other players to take the crown and stop them from taking it. Понял. Ходишь и на left click пиздишь. Ой, понял. Ай, блядь. А-а-а! Блядь, чё у меня? Да убей его! Да не меня, блядь. Лигма Боллс, блядь. А всё, вот чё вы делаете, блядь, дебил? Да меня в чат ну стоп пиздит, чё за хуйня? Спасибо, да сука! Да чё ты меня пиздишь? Да я не попадаю. Да сука! Отстань. Забери нахуй, за... Нет! Стоять! Всем привет! Хуёвая да игра! Да хули меня бот пишет! Сука, я в прыжке. Ой, говна! Крыса! Смотри, он стоит и пиздит в натуре! О! Только на миллисекунду взял! Отлично! Отлично! Не последний, хотя бы. Рэп душит пиздец, ничего не говорите. О, ваша любимая, блядь. Ваша любимую играет. Играют ваша любимая, блядь. Ай, блядь, дамажит в воде. Сахарный труп? Нет, не сахарный труп. Кого, блядь? Короче, дамажит в этой параше, поэтому не стоит. Блядь, я отсюда выйти. А, дамажит? Да, больно. Блы, ну это плохо. Угу. Ну тут хуйню здесь взял. Ну и, блядь. Да ёб твою. Что за хуйня? Молодец, подготовился. Да, только меня сейчас опять на 15 ударит, я умру. Так. Так, давайте осмотримся. Ага, да я вижу. Я просто думаю, кого из вас разъебать бы хорошенечко. Так. Ага. На всякий случай, вот такую хуйню сделаем. Ну да, нихуя нету. Сильнее. Да, блядь, три, чё за хуйня? Ладно, сойдет. Вот. А зачем ты меня дамажишь? Сука, аптечка сразу же. Ой, блядь, русские в перде. Ну, блядь, молодцы. Хорошая песня, да? Хорошая песня, спам хороший, классный. Лучше, определенно лучше, чем охуеть спасибо папаша, да? Вам так кажется, да? А можно, блядь, вот этот ивент сейчас закончится, блядь, пожалуйста? Хотелось бы. Да, чтобы я не умер, блядь, хотелось бы. А это что еще такое, блядь?
О, Майнкрафт! Всем песок и должны найти сокровища. Майнкрафт, блядь, сука, my diamonds. Play Minecraft, my diamonds. Отлично. Сосок поехали. Паровоз. Поехали. Бля, не там сосу. Не там сосу. Вот, чат, работаем вместе. Чат сосет, я собираю алмазы, правильно? Правильно? Ага, хорошо. Какого хуя, Вась, мои алмазы? Отдай. Да ёб твою мать. Слава богу. Зачем же так? Ага. Отдай. Слушай, а никакого нету там этого приспособления, блять. Ну, нормально, нашел. Какое нахуй трежер? Отдай, блять. Я не могу отдать его. Я заплачу денег, дай алмаз. Сколько? Суки, последние доедают. Последние доедают у меня. Ты последний. Да блин! Это моя плантация. Понятно. Понятно. Ну как вам, прикольная Тесса, да, 40-летняя блядь, которая хочет ебаться, обожаю. Вот, что это? Ну если 40-летняя. Ну ей же лет 40. Не, ну, че, сейчас проверю. Ну так и есть. Тесса валит. Сколько лет? Да, да. 40 лет. Ровно, да? День рождения? Около 29. Так. Да сука, что ж это такое? Какие нахуй 1000 патронов? Ребят, я вас умоляю. Раз, два, три, четыре. Ой, блядь, отлично. Да иди в хуй, блядь. Сука, отлично. Блядь, четвертый уже хочешь сказать? Да. Да. Ой, блядь. 29. Пацаны, 29 это практически то же самое, что и 40. Разницы, блядь, очень мало. Что мне сделать с потоком, со стримом? У меня явно какие-то настройки хуёвые, потому что я смотрю сейчас, как игра выглядит на стриме. Она раза в два хуже по этому, по разрешению. Не по разрешению, а по какие, не знаю, какие-то пиксели, что-то расплытое. Если лёг пикселит, это трекнут получает, но это интернет надо. Ну, интернет у меня хороший. 720? Как бы. 720, вроде да. Ну, значит, ладно. 720, не знаю. Какой ты его воду уронил? Понятно. И что там? А, карта. Кому не играли? Вон, гифтинг-гифт, это что такое? Нет, не знаю. Ладно, потом разберемся. Поможете мне чуть-чуть? Ура! Потому что этот стрим, блядь, невыносим. А, вот о, прекрасно, блядь. Get as many presents as you can and bring them back to your tree, okay? Сука, только не воровство. А где я, блядь? Ой, только не воровство. А чё я в самой жопе? Моё! Нельзя перепрыгнуть забор. Подай. Ты куда, сука? У кого воруешь? А, путь нет. Братан, хорошо подумай. Пока мы друг у друга воруем, вот пиздил всех нас. Хорошо подумай, прежде чем, блядь, пиздить. Да сука, сука, врезался. Почему все ко мне бегут? У меня одна коробка. Да у тебя самый удобный спот, блядь, для воровства. Пацаны, пацаны, нахуй так жить. Нахуй так жить, ребят. Я тебя буду пиздить. А у бота забирайте. У бота забираю, у него 4 подарка. Ботка у меня пиздит. У чата пизди. Чат не обеднеет. Их много, а я, блядь, один. Ты охуел, Аксель? Прекрати говно. Не трожь, сука, говорит. Не трожь, сука. Вор. Ну, у меня все спиздили. Ой, вор, бля. Робот, боюсь. О, чё господи, помилуй. Блядь! Все, ушел? Наградили, блядь, первый. Да. Подина, блядь, да, подина.
Так, use item, а какой? Давайте посмотрим сначала, кто рядом. Опять же ж, блядь. О, а рядом сундук. Вот что рядом. Прекрасно. Кому-нибудь разъебать бы? Кому бы разъебать? Кому бы разъебать? Кому, давайте на считалочку. Давайте на считалочку. Раз, два, три. Ну, простите, братцы. Ну, вот а погодите, отменилось. Ты отменил. Блять, значит, Бог велел. Сам Бог велел, не буду использовать. Отлично, семерочка. Отлично. Мое. О, как я... Ой, как я близко. Насколько же я рядом. До скольки тут игра идет? До последних, я буду. Не понял, сколько надо... 5, 5. А, 5, а, все, понял. Сука, ты выстрелишь в него, попадешь? Нет. Смотри, куда идти. Да, блядь. Ура! Мы Борис. Окей. Да, по шаманю я со стримом определенно. Не нравится мне качество. То ли это комп в натуре обновлять надо. Да, сука, куплю-ка я себе новую видеокарту. Хули я как дебил себя веду. Куплю, блядь, перестану зажимать эту всю хуйню. Куплю. И будет стрим в качестве супер HD. Так, что это? Это принимать, выдавать? А, все понял. Все понял. Надо просто зловить. Не ловить уголь нельзя. Ага. Так, ага. Ой, блядь. Ой, блядь, куда говно ползет. Ой, блядь. Отлично. Внимательно играем. Блять! Мне кто-то подсирает, я не могу собирать подарки, мне кто-то подсирает. Как в этой игре? Я не знаю, кто-то делает. Сука. Ага, хороший опенинг. Можете помедленнее выдавать, пожалуйста? Принимать побыстрее получится? Ой. Ёб твою мать! О! Это пиздец. Ой! Давай. Make this, блядь, stop. Че-то я насосал. А, нет, все в порядке. Сука, опять коробка, блядь, с этим, наверное, засосет. Все в порядке. Спасибо зарядки. Ну. Бот, говорит, бот все собирает, не гордый. Короче, чтобы не проебать. Ты охуел или как сделал? Извините, блядь, надо игру затянуть немножко. Ты так думаешь, три терна закончилось? Ну, хотя бы дать шанс так на другие. Ладно. Смотрел Дорана? Конечно, смотрел. Кстати, он тебя чуть-чуть подставил. Как насчет? Тебе нихуя делать? Проблема. Ой, бля, разъебало. Как это так? Как ты вернулся к жизни? Ну, покусали их. Угу. Блять, ну ладно. Спасибо. Не проблема. У меня есть телепорт? У меня был телепорт в натуре. Ну да, 4, блядь. Муху, блядь. Чё-то я, сука, протупил, если телепорт был. А, нет, говорят, нет. Вот. Охуенно. О, песня, отлично. Отличная песня. Фу, я так... Бля, я думал, это на русском. Бля, можно мы сначала на русском? О, сейчас. Вот это мы сделаем. Я в детстве, кстати, охуенно играл в тир. Но проиграл, блядь. Давайте покажу вам сейчас. Ага. А как управлять?
Ага, понял. Понятно. Ой, нельзя как этого блять делать. А нельзя. А нельзя. Наёбка. Ой, блядь. Сука. Ага. И реакция дебила просто. Реакция уебана. Стреляй, сука. Блядь, чё не стрелял. Фух. Угу. Угу. Я постараюсь. Мама, я не проиграю, я на войне. Это самоубийство было? Да, 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 да. Давай. Я хочу эту же песню сейчас послушать, но на русском. Там кавер есть русский. А, все? Все, ну ладно. Да ладно, блядь, я первый раз за полчаса выиграл что-либо. Ну, в принципе, неплохо. Так, разрешите мне включить... Что это, блядь? Нет. Пута стрельни пишет, блядь. Стрельни пута. Погоди. Ты не сможешь, ты не посмеешь. У тебя не получится. Уйди! А, ну да. Сука, сука. Так, ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Так, а где там следующее? А, да. Да, да, точно. О, три портали. Вот, раскачали. Прекрасно, песня. Да, твою где мать, такси? Нахуй, в такси. Подожди, где русский-то? Вот это, наверное. Это русский? Нет, это опять же не русский. О, блядь. Вот он, все, слава богу. Сух. Русский вперед. А ты в большой проблеме. Ты в большой проблеме. А ты попадаешь? Ебать, ты настолько меня убил. Да, очень сильно убил. О, так. Так, да, определенно. Ты не живой постоянно. Спорив на жизнь. Ой, хорошо. Искал. Читал, одержись. Что не навсегда. Такой, как была. Ох, нихуя себе. Все ждала и только тогда. Сразу тогда. Не проиграю, нет, тогда. Передал простой ответ. Охуенно, сука. Ой, Вась, погоди. Что происходит? И нахуй что это происходит? Плачу. Да пошло оно все в пизду. Продолжаем Twitch DJ. И на подпеве, да, я просто не помню эту самую, текст не помню. Помнил бы... Путь не ожидал такого. Помнил бы текст. Помнил бы текст, спел бы всю песню. Караоке стример. Верни, сука, говорит. Пацаны, но это был не Twitch DJ, это было у меня просто в закладках. Но если хотите, можно послушать. Если хотите послушать, то вот. Какого цвета я? Красный, блядь, мертвый. Похороните меня под плинтусом. Или за небу. Ой. Ура, мне кактус дали. Так, ну что? 2 хп у меня? Да, меня никто не выбьет. У меня 99 ключей. Я лучший. Я сильнейший. You will make me happy. Так, ты играешь?
Final Turn. Бой, сука, я не знаю текста. Сегодня без караоке. Что за хрень? Ты думаешь, да? Ты думаешь? Ты думаешь, да? Нихуя себе ты, бэкфликпер. Что за хуйню ты творишь? Ой, лох. Ой, не получилось. Так, проваливайте нахуй, не трогайте. Меня трогать не надо. Ясно. Сосет пугна. Не так много забрал, кстати. А, у него 97 ключей, пиздец. Неужто бот откроет ящик? Неужто бот откроет хоть один ящик? Уже второй. Ага. Ура, блядь. Ага. Что это хуйня? Ты ищешь сундук слева? Связано. Ну, осталось просто вниз пройти, да? Нет, там вниз. Спасибо. Я не понял. Да, блядь. Я пытаюсь вспомнить песню, но я не вспоминаю песню, поэтому это не имеет значения. Давайте дальше играть. Блядь, а как она называлась там? А нахуй я это сделал? Он меня тут потом. Его подачи. Открой лирик сыпой. Нет, нет, так не получится. Так, а теперь хочешь прикол? Нет. Ты знаешь, что такое месть? Холодная, знаешь, такое месть? Холодная месть. Ты знаешь, что месть? Ты знаешь, что это месть? Это месть, это блюдо, это которое подается холодным. Давай тебе подавать? Давай, принимай. Принял. На грудь. О, нормально. Так, погнали. Все нормально. Дэн, ты поспал? Ну, с нами. Спасибо. Спасибо всем. Хочу... Пользуясь случаем, хочу передать привет маме. Проиграл. Клетки, блядь. Клетки в натуре. Сколько в этой тюрьме ёбаны. Да-да-да. Да, нахуй. Тебя уебали. Ой, блядь. Ты кто? Чё, там драться можно? Да-да-да, только потерял клетки. У меня наверняка самый... Че его убил? Слушай, ну это можно занять вечность. Ну, в принципе, игра хорошая. Если так разобраться приятно. Не, мы не все мини-игры видели. Мы не играли, где каким-то снежком надо кататься. Так, видел в трейлере. Так годы называется, сейчас играть еще одну. Только поменьше ходов, может быть, если заебаны люди. Ну, типа. Думаю, когда мы поиграем в дворфов? Каких дворфов? Которые копать? Где вы четыре дворфа? Где вы четыре скачаны? Нет, но как бы, наверное, это недолго. У меня они, кстати, есть. Мне их дарили. У меня скачаны, да, куплены. А, да ладно. Блять, давайте, ну, Дэн на месте, давайте сыграем в это, если ты ему гифтанул. Нет, я ему еще не гифтанул, но давайте я его приглашу тогда. Скукарек, говорят. Еще, да похуй, погнали еще, я смотрю, народ, в принципе, не против, блядь, нормально сидим, отдыхаем. Да, Дипрок там надо, там надо скачать Дипрок. Будет его, там он нормально, по-моему. А, нормально весит? А давайте тогда на следующем стриме поиграем в Дипрок. Я хочу за дворфа покопать против пауков. Покопать... Да, нихуя Play Minecraft, My Diamonds. Так, значит, Дэн, смотри, там 1.5 гига качать, сейчас я тебе подарю эту игру. Так, захват экрана. Нет, не то. Ты уже 11, ебать. Да, вообще сейчас уже 11. Подождите, может быть, это? Где там? Пикче, вот. Сейчас все сделаем. Так, перерыв и год. Гоу, да, год, блядь. Сейчас я как раз пока буду дарить. Можете уходить пока на перерыв. Ничего страшного с вами не произойдет. И, блядь, сейчас... А где она там? Да, да, в Груро, блядь. Хорошая. Дай випку, Ризис. Чекнуть телегу? Да, хорошо. А, здесь сейчас? Ну, сейчас пока, блядь, будем дарить эту херь. Ага, вот так.
Спокойной ночи, все, кто уходит на спокойной ночи, тому спокойной ночи. Ой, блядь, сейчас умру. Так, Дэн, принимай. Или выдавай. Что-нибудь уже делай, сейчас я скину тебе. Угу. Ага, ага. Сейчас. Угу. Так. А, братан, там еще дохуища мини-игр, которых мы не видели. Ой, еще дохуя прям. Или нет, или мало. Так, погнали. Купить в подарок. Сейчас пока включу Twitch DJ, пусть на фоне играет. Песню. Как это работает? Это кто? Че ты несешь? Что ты хочешь? Подожди от меня. Максим, блять, подожди, я ничего никуда не дари, я сейчас напишу тебе или позвоню потом в Discord, добавь в группу, я потом сейчас как восстановлю пароль. Подожди, ты солевой наркоман. А, ты. А, у тебя пароля нету, да? Ладно, ждем тебя, давай, пожалуйста, только там не задерживайся. Максон, джойнся. Да, да, Дэн, блядь, и пароль. Так, сейчас, секунду. Ой, блядь, Дэн, как обычно. Ну, короче, у него нет пароля от стрима. Сейчас он будет искать пароль от стима, блядь, от стрима. Кого? Сейчас он найдет свой пароль от Steam, а потом, блядь, только тогда я ему скину эту игру. Ну ладно, подождем, пока мы послушаем песню. Сейчас. Что это было? Я подтягиваюсь. А. О. Макс, блядь, заджойнься, ебаный. Да все, иду. Алкаши, расскажи, покажи. Напудренные алкаши, расскажи, покажи. Водку пей, веселей. Охуенно. Плюс-минус уши, да. Там бан? А, ну да, нельзя, там действительно бан. Зачем я это слушаю? Давай, сука, говорят. Максон, нажми join slot. Да, конечно, я здесь. Что дальше? Ну, appearance там поменяет, что-то такое. Так, а можно мне, пожалуйста, мой предыдущий вид? Хитрого лиса вора. Ну, бери, я цвет тебе отдал, красный уже. Окей, давай попробуем. Ты можешь выбрать, типа. Ага, да, могу, этот. Могу. А, нет. Клоун. А что за гейм-мод Board Game? Там есть другие варианты? Put. А, ладно. Мини-геймс. Чисто можно играть, просто мини-геймс можно играть. Просто играть мини-геймы без вот этого вот. Да? Клоун кубков для победы ты можешь поставить меньше, ходов меньше, посмотри. Ну, я поставил 20 ходов, потому что 25. Не знаю. Мы 25 выиграли? Мы играли 25. Ну, типа, 5 кубков не соберешь за 20 ходов, можешь 4 кубка поставить, наверное. Так и не надо, типа, кто просто больше соберет. Так, ладно. Минус 2, спасибо за внимание. Так, что там? Так, внимание, спасибо за внимание. А карта есть другая? Или это есть другая? Мы какую играли? Мы играли по вот этот Pirate Paradise. Есть еще Rusty Ruins, Winter Glow и Pummel Town. Winter Glow мне очень нравится. Там что-то все цветное тоже. А почему, блин, что за песня Давайте была? Я... Напудренные алкаши вводите, блядь, на ютубе, и у вас она вылезет, эта песня. Прекрасная песня. И в настройках мини-геймов, да, там куча можно поставить. Что?
Там можно мини-гейм, да, он выбирать на этот, самая нижняя настройка. Айтем и мини-гейм. Я говорю, ну, строю. Я вижу, ну, чё, чё мне поменять. Не, я просто говорю, там много этих мини-геймов, в принципе. Тут... О. Поставь качать дворфов, пока играешь. Да дворфов уже на завтра, типа, оставим. Я же завтра 32 тоже... 32 мини-игры. Хотя, yeah. кстати, 32, да, сколько, интересно, мы поиграли. Не больше 20 точно. Братан, что сходи, хватит игнорить. Братан, я объяснял несколько раз все. У вас стоковый мопс. Что, поставить дворфов качаться? У тебя есть? Да, Deep Rock Galactic же, которая. Ну да, Deep Rock, да. Да, есть она. 2 гигабайта всего лишь качать-то. Ага, ладно. А, даже меньше, блядь. О, ладно, сейчас. Так, ладно. Ну ладно, тогда я тоже поставлю, хрен с ним. Да после стрима поставь, алё, блядь, не сейчас. А ты думаешь... Потом говорит, у него пикселит, блядь, стрим, конечно. Пикселит, блядь, помогите мне раз... Сука, блядь, не ставь мне ничего на скачку выдавливание пикселита на стриме. Подождите, это мне нужно, мне действительно нужно настроить то, что так хуёво показывает на стриме всё. А по поводу... Наверное, надо сделать просто выходное разрешение, такое же, как входное. Точно, попробую. Разрешите войти. У тебя спина белая, говорит. Точно. Да ничего, ребят, я съехал, блядь, я один живу. Что вы делаете, блядь? Спрашивают постоянно. Я же уже, блядь, объяснял, сука. 35 раз. А ну, Макс, посмотри эту гифку, которую я сейчас в чат кину. Давай. Так. Да сука! Блять, а чату тоже, кстати, понравится. Чату, кстати, тоже зайдет эта хуйня. Ну тогда показывай. Да, я покажу. Типа они в теме, определенно. Но, сука, это немного грустно. Жалко пацана за такую хуйню, то что. Что так произошло. Да, блядь. Да. Блядь, вы простите, пожалуйста, блядь. Простите, пожалуйста. Сука, говорит, крыса ты ёбаная. Крыса ты ёбаная. Боксинг из Outhandbars, блядь. Я отвернулся, говорит, зря, очень зря. Так где там Дэн? Должен был написать в Телеграме. Походу, это все нихуя не быстро для него будет, я так понимаю. Ну, давайте добавьте его в этот войс, чтобы знать, когда... Он же говорил, Дискорд добавить, нет? Сейчас попробуем. Так, добавить друзей в беседу. А теперь еще пойди, блядь, выкупи, кто... Как его ник? Я добавил. А, добавил, да? Все. Он не в сети. Да пиздец, блядь. Типу лес. Слушай, а вон там нахуй этот... Вон там этот порожняк, алло. Алисон, закончил стримить, сидит. Я ему эту игру подарил позавчера. Все, Дэн здесь? Здорово, пацаны. Бонус ночес. Сяобо, братишка. Это, как ты... Сяобо, братан. Это, ты что там, блядь, нашел свой пароль? Да, я только что поменял его. Сейчас. Слава богу. Зря только потревожил деда. Блядь. Здорово, пацаны. Зря только деда потревожил. Вот это я понимаю, залетел. Ребят, да, перестаньте спамить. Ну что вы в самом деле? А зачем? Зачем в личную жизнь лезете? Что мне дать надо? Интима дам, а... Что еще? Романтику. 2 грамма еще мне, пожалуйста. Это, дайте мне... Давай, это самое. Давай мне, пожалуйста... Наратан! Подожди, я не понимаю, что мне дать надо. Подожди. Как твой ник в Стиме? Давай я в Дискорде напишу. Давай, пиши в Дискорде. Смотри, вот этот буква. Вот этот буква? Вот этот буква? Вот эта цифра.
Так ты стрелку кинь, просто открой свою страницу и ссылку. Прикинь. Да, он не самый сообразительный мальчик, не надо на него давить, пожалуйста. О, я смайлики пишу, нет, да вот так вот по цифрам. Что это, блядь? Ясно. Может, нормально? Ясно. Да я разгадал, нет, я разгадал этот посыл, блядь, сейчас. Можно вот так, типа. Вау! Блять, есть я проблема. Я уверяю. Есть класс. Проблема. Ай, блять, Аксель. Есть проблема, нахуй. У меня этого аккаунта Стима у Дэна нету, блять, в друзьях. А, сможешь, пожалуйста, его добавить в друге? А, да, понял. Тебе опять предел. Да, у меня предел. Задарить ему это говно, а я тебе деньги просто отправлю. Сейчас. Так добавь его. Предел друзей, блять, у меня. Так удали кого-то хуйла, нахуй. Так мне нужно там удалять около 100 штук друзей, потому что я надобавлял их. Нет, я надобавлял их до того, как ввели лимит. И у меня превышение лимита на 100 примерно можешь человек. Не на может почту. Быть, тебе сделали, когда лимит, ты удалял и меня добавлял. Так. Я Максон, сейчас опять. Что? Ты можешь гифт на почту выслать. Сука, ну может быть, все-таки Аксель просто добавит его в друзья и все. Ну это тебе надо будет Акселю платить и ему ну, возвращать. Ну Аксель сейчас оплатит, я после стрима ему скину. Ну ладно. И все будет хорошо у нас вместе. У обоих всех, у троих. Так, где, блядь? Можно просто ник дать, а не, блядь, ссылку? Потому что у меня браузер открывается, мне через браузер надо там, блядь, аутентификатор ебаный выйти. А я ему бабки, конечно, ну, пацаны, тихо. Да тихо, пацаны, да вы заебали, вы нахуй вы орете? Что, кинет на бабки меня? Все будет чики-бомбони, братан, не волнуйся. Оплачивай игры. Аферисты в сетях? Аферисты в сетях, да. Четвертая серия. Дан, принимай. Донаты, да. Давай, донаты прочитай. Так, блять, спасибо за донаты, блять, токсик. Кстати, а ладно, хуй с тобой, я тебя еще подъебу как-нибудь. Посмотри ролик до конца Ржомба. А пока Дэн качает, я думаю, можно посмотреть ролики. До конца Ржомба. Дэн, принял друзья добавку? Да, сделал, да. Блять, почему меня не видно? А вот Кригер. Братан, ну как-то How to Basic смотреть на стриме, ты меня прости, братан, ну это как-то странно. Ну типа How to Basic очень популярная тема и юмористическая. Все знают его. Немножечко странно. Чекни, пока музло, что я тебе скинул. Просто интересно, твое мнение нужно какое-то делать для тебя или нет. А, ну давай чекну, что тут, в принципе. Ага. Закреп на странице, там. Давай посмотрим. Все, качай. Ага. Все. Ага, ебать, тут уже это самое. Free Flow Drag. Free Flow Dark. Ну-ка, давай посмотрим. Где тут у меня? Ага. Давай. Как ты уже успел наклепать столько треков? Прекрати. Ой, блядь, прошу прощения. А, блядь, это у тебя? Я подумал. Ладно, жди. Японский мотив. Погнали, секира, говорит. Все спокойно, да? На главный экран, в принципе. Да, ну-ка, что там дальше? Какая-нибудь есть какая-нибудь бодренькая? Давай Japan. Japan? Сейчас, давай попробуем. Сейчас. Нихуя себе. Что на звонке у Дэна было? Не говори ничего. Ага. О, уже нашли. Здорово, пес.
Иван! Иван! Ага. Ну-ка, на Japan, давай, как ты просил. Ссылка удалена. Уёбок с топором! Отлично, блядь. Так. Я скачал уже. Скачал уже? Ну да. А, ну принимай приглас тогда. Нихуя себе! Вилок с топором. Так, надо, я потом все прослушаю тогда. Он все спиздил, говорит. Пацаны, вы не понимаете. Один ответ. Что? Сука! Через файнблог или крайбл? Что? Пригласите его. Охуеть, спасибо, папаша. А кто собрал лобби? Кто собрал лобби? Окей. Не, у Акселя в друзьях есть, пригласи и Дэна. Так, окей, братан, я тебе напишу обязательно. Я тебе завтра обязательно напишу. Мы с тобой, мы с тобой поговорим насчет вот этого самого. Все, пригласил. Сука ты, говорят. Сука ты. Ой, так. Ладно, раз ты уже законнектился. Нажми join slot. Блять, годный лайфхук. Тогда видосы чуть попозже. Так, на псионный канал. Дэн. Да, нажал. Ну все, редактируйте свою там внешность и рейдитесь там. Наш бот сейчас соберется с Дэном в неебически огромного мегазорда, и вам пизда. Так, ладно. Да. Так. О! Братан, ты, блядь, это фотошоп или ты их уже столько наклепал? Я хуею, этот кровавый. Ты их уже столько наклепал? А как мне получить хоть одного? Как наладить псионный канал? Давай как-то разберемся. А что с ними такое? А что с ними? Ну а чё он такой, блядь, весь в крови, нахуй? Ну этот после, он после бойни. Да, но тебя слышно... Стрим. Да, я выключу. Да, Чебупель, пожалуйста, напиши мне тоже в личку Твича. Как с тобой связаться? Как мне поиметь эти фигурки? Поиметь фигурки хочу. Так. Вот. Трахнул пластик, молодец. Сука, дебилы, да. Хах. Давай играть, что ты творишь. Все, погнали. Я сейчас сделаю, чтобы игру было видно. Так. Угу. Так. Гельч, играй. Играйте, блядь. Так. Ready, кликайте.
все. Чат это Дэн. Да, чат это Дэн. Дэн это чат. Дэн за чат, чат с Дэном. За чат. За час, Дэн за час. Так. Не, я хотел сказать, типа, он за чат, блядь. А, да? Пошел нахуй. Блядь, ты что сделал? Ты что, дурак? Ты сука. Уходи. Да как ты погнал за стадом? Не собирай, Дэн, не собирай. Не варик, мы победа. Ёбин бобин, блядь, хули она мне штопила. Лавандос. Так, да. Не варик, спасибо. Господи. Ты нахуй. Вася, ты нахуя, Стюарт Литл пиздец. Да ты сука. Стюарт Литл пиздец, а в натуре не эти рекса, мышь. Погоди-ка. Можно перепрыгивать стены? Да ты ебанулся. Ты ебанулся. Что ты, кстати? Они пиздец. Кто обманул? Я стоял в стену, прыгал. Кто обманул? Че за хрень? Подожди, стены можно перепрыгивать? Да, я все равно лучший. Сугробах, только на сугробах. Давгмастер по собиранию мусора и воровству. Похоже на то. Пацаны, с Новым годом. Так, ну что, ребят, блядь. Ладно, мне пока никак вас не наказать. Ой. Ой. Погнали, пацаны. Далеко смотри, далеко беги, блядь. Ну такое. Ой, я чуть потише сделаю, что-то мне громко очень. Пусть на фоне играет. Так. Ой, все, теперь приятно стало. Я избавился от ненужных вкладок. У меня чуть-чуть освободилась оперативная память. Стало приятнее жить. Но, блядь, картинка... Нихуя себе, сказал я себе. Но картинка на стриме как была говнистая, так и осталась. Остес Хантера, да, это он. Дэн, работай жопой. А, подожди, это не Дэн. Yeah. Двигай булками, да. Ну, охуеть. Дай ведра, блядь. О, сука, маслина поймал. Ага. Ух ты. А что здесь делать? А тут пиздец, братан. Тут все, менты приехали, видишь? Да нас щимят? Шмонать, да, нас щимят, срочно. А, это ход потейта, это ход потейта, все понял, да. И естественно картоха будет у самого неудачливого, да, у первого. Ну да. Че, братан, хорошо бегаешь? Смотри, блядь, носится из стороны в сторону. Да, подожди, стой, я осознал. На, подожди, стой, блядь. Осознал, говорит. Подожди. Осознал. Пацаны, все нормально, держи. Аксель, подожди, стой, не беги. Стой, подожди, что тебе нужно? Подожди, не варик вообще. Вообще не варик, Аксель. О, а погоди. Вы че меня вообще ликвидировали, получается? Так, подожди, а где ты, пут? Да пошли нахуй. Ёб твою за ногу, ты где, пут? Он заныкался. Подожди, в натуре не видно, типа. Вася, он в канализацию провалился. А, подождите, вы ему дали? Да, бомбу? Да, блядь! Выбежал, блядь! Ах ты, сука! Замухоморился, блядь. Да. Да иди ищи этого, блядь, крысу! Аксель, блядь! Какой ты смешной. Сука, уебищная тема. Аксель, включи микрофон, просит. Я тут. Все нормально, да? Да, я выключал, потому что телефон... Че, как быть лохом? Каково? Знаем о тебя. Не кайфово. О-о-о. На нахуй. Подожди, ее кидать можно было, оказывается. Как? Ее кидать можно было, да. А, последний момент. Пиздец, проебался. Ну это лежит чилит, а хули делать? Нихуя себе в натуре, горячая картошка? Хорошая игра. Путиус. Хорошо сказал. Громче, ребят, вам действительно это нужно? Да. Так. Сейчас. Ночью открытий, делай что хочешь. А, сука, подожди, я чё, пошлую Молли подпевал? Ты
Я ненавижу этих долбоебов. Как они могли спиздить великую песню? Великую песню, сука. Они хоть заплатили копейку, блядь, за этот текст, за этот сэмпл? Ненавижу. Давай, ненавижу. Поехали, поехали. Ты такс, такс, такс. Well, well, well. Давай, погнали. Кто, я? А, да, точно. Чувак, это D8 вообще. Чувак, драйвчик, сейчас. Аксель. Это D8. Ну это D8, я знаю, но я хуй знаю. Какого хуя вон там девятка? Да не знаю, а однерка вообще падала хоть раз вспомнить? Может поэтому? Девятка падала точно. Не, а однерка. Отписался, пацаны. От 2 до 9, типа, а не от 1 до 8. Гамазу подпевал, минус 6. Да сука, я не знал, что это Гамаз. Я думал, это оригинал. Как, кстати, как у оригинала группа, блядь? Да, опять пою, блядь. Я, меня жизнь ничему не учит. Не ремикс разве, или как они там, блядь? Оригинал. Рефлекс. Рефлекс, 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 да, да. Ты идиот? Нет. Я просто подпевать хотел. А он думал, что он такой крутой, вау, я пошлая Молли, я спизжу, блядь. У рефлекса класс. А еще я похож, блядь, на Гамаза. Моя любимая. Ну я вообще-то профессионал в этом. Давай, погнали. Давай, покажи мне, как ты умеешь. Да пробел, пробел. Будешь, будешь кричать на лапу, давай, блядь. Рэдди, рэдди, рэдди. Да, рэдди, сделайте, пожалуйста. Ой, пацаны, ой, это будет смерть для вас. Это будет смерть с небес. Я вообще не советую ко мне даже приближаться. Давай, сука, на мужика. На мужика, нахуй. Неплохо. Пуля дура, сука. О-о-о-о-о. Блять, братан, не трогай меня. Не смеешь, сука, желтая крыса. Отпусти. Че за хуйня? Паркур на уровне. Я думал... Чтобы быть в тонусе, нужно, чтобы тонус был у тебя. Слушай, Пут, тебе вот, ну, не живется, да? Обожаешь Fortnite. Идите нахуй! Дайте пострелять, пожалуйста. Не варик, не варик, не варик, не варик. У меня АИМ, блядь, бот. Да что со мной, Вась? Я чё, дебил? Лигма. Лигма. Пошёл нахуй. Пошёл нахуй. Дэн впервые только кого-то убил. Я не хочу даже думать об этом. Не думай, не думай, не думай, действуй. Да, сначала действовать, потом думать. Бам! Да сука ты чё? Бам! Да я думал, я убью тебя. Пацаны, все это не важно, главное делать качественный манки. Блять. Все нормально, все, это все, что я успел? Это все, что я успел? Это не поражение, это победа. Блять, бот играл лучше Дэна, ну ёб твою мать. Сука, пацаны, я первый раз играю, пожалуйста, защитите. Так, ребят, ну у меня есть для вас подарок, блять, скажем так. А, погоди, это не я, долбоёб. Это не я. О, ёбин, бобин. Ага. 1, 2, 3. Интересно. 1, 2, 3. Налево. Громковастенько. Вот так. Ну ладно, на одну больше сделаю. Вот. Ой. Ахель. Ахель, ты умер? Да нет, ты чё. А чё там тебя кто-то заёбывает или что? Если у тебя какие-то проблемы в школе, скажи, я разберусь. Старшаки задирают? Старшаки юбку задирают тебе? За косички дёргают? Под лестницей сосало? Так, ладно. Я да. По выходным особенно. Встречаемся. Я хожу, я пошёл. Раз, два, три, четыре. Ага, 5-6, нет, нихуя, блять, ну это хуёвая история для меня, я сначала вниз пойду. Заходи подумай. Вот. Да, сосала и что, говорит. Я так со старшаками и знакомилась, когда в школе была. Баклажан. За полсиги Винстона красного. О, Сплатун типа чё? Сплатун. Fill the stage with your element by moving around and by activating the orange power crystals. Окей, то есть надо двигаться и активировать кристалльчики. Окей.
И у каждого из нас есть свой тип. Да. У меня есть знак вора. О, нет, я огонь, я самый сильный, пизда вам, Вась. Блять, Вась, надо как-то поэргономичнее себя вести. Ты охуел, жижа? Да будет трава. Как тут убить вас? Моё, блядь! Моё! Что там за крик был? Откуда-то? Похоже на застрявшего, на самом деле. Это крик души. Крик души? Да, вы знаете? Хорошо работаем. Слушайте, а нахуй вы меня травите? Объясните, пожалуйста. На какой хуй вы против меня играете? Вы что, сговорились, типа? Пацаны, как бы, чат, блядь, первый схуяли. Потому что победа. Потому что это победа? Вы чат первый. А, это. Что это значит? Похилились, что ли? Так, ребят, я чуть-чуть все-таки потише сделаю. Мне почему-то очень громко. Так, отправляемся. Отправляемся, блядь, на заработки. Вояж. Кому бы въебать? Че, опять на считалочку? На считалочку. Давай, давай уеби. Давай уеби. 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 Давай въеби, я потом с тебя столько бабок стрясу. Давай. Посудимся, сука, давай. Ну это тебе... Я тебе кактус снял просто. Я тебе кактус просто снял, потом... Что ты делаешь? Что ты крысу? Что ты мышь включил? Нахуй так жить, Вась, что я сделал? Получил нахуй? Убился, блядь. Мгновенная карма, блядь, понятно? А нахуй ты это, блядь, стёрт литтла включил мне? Блядь. Блядь, у тебя там тупик какой-то. О, господи. Не надо, ну, блядь. О, путь хорош. Лучше умереть, чем так жить. Закинул меня в какую-то ебалу. Карма быдло получает по заслугам, да? Быдло получает по заслугам. Нахуя ти чат въебав, курвота? О, пацаны, профессионала встречайте. Встречайте профессионала. Ну, моё манки круче, не варик, типа. Сука, у меня самая невыгодная позиция, блять. Бегом! Эй, сука! Тихо, Погоди, Аксель. Аксель, что, да Нет, да погоди меня, ты чё, Вась, ты не будешь забирать? Ладно, я себе оставлю. Да развернись, забери у меня, дебил, за мной патруль, за мной патруль бежит, давай. Хорошо, играем. Блять, класс. Я третий опять, нахуй. Отлично. А, ну как бы хорошо, фух. Как бы, пацаны, я в пути. Бред пизду и ноги, я уже в дороге. Не получается, вообще он скользящий, сука. Фух, блять. Как это сложно, пиздец. Тяжело было. Че такое, Дэн? Не пиздец. Да у меня резиновый заебал. Пойду проведу его. Ну че, а, вот? Вот он. Да, братан. Вышло, я вообще ничего, я никто, понятно? Да, братан, тяжело. Да. Да. Верни бота, говорят. Сука. Да ладно, пацаны, он темная лошадь, старая крыса. Он под конец разъебет, никто не поймет. Это как я вначале придурялся, что я тупой, на самом деле очень тупой, блядь. Сейчас, use item. О, поехали. Нет, не едем. Просто напялим на себя эту хуйню и пойдем спокойно. Ебать ты даун.
Ключи. Секира, ну уже не сегодня явно. Угу. Когда кончил? Блин, а, кстати, если что, мне, короче, накидали еще где-то три игры, которые в кооперативе идут, хорошим, типа на стриме. Если они будут говнистые, то можем поиграть в Jackbox чуть-чуть. For the King сразу, я не знаю, мне не нравится For the King, это долго. Не-не, там какие-то другие, блядь, да что ж так громко, я хуею с этих дорог. Она неинтересна для стрима, For the King. Да сука. Да, мне она даже вне стрима не понравилась. Да? Не знаю, я проходил почти полностью соло. Не лабу делать, поспать в циве можно, конечно. Говорит, мне лабу делать, посоветуй, что делать. Лабу. Нет, ничего не делал. Братан, ложись спать, нахуй надо. Я, кстати, профессионал в этой хуйне. Побойтесь, блядь, поберегитесь, побойтесь Бога. Бойчик. О, бойчик, бойчик улетел, нахуй. Бэйби, 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 бэйби. Давай, девочка оскорбинка, нахуй. Все хорошо, хорошо, я справился. Победа! Победа! У меня победа, пацаны! Блин, блядь, хочешь блять, вот так. Тяжело, да? Хорошо. Сейчас я. Я тебя сейчас подъебу, смотри, Дэн, я тебя подъебу сейчас. Да ты уебок. Да смотри, 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 стой, стой. Ой-ой-ой, пацаны. Уйди, уйди, нахуй. Ой, пацаны. Уходи, уходи, уйди, уйди, уходи. Побежали, побежали, пацаны! Не стоим! Давайте не стоять, не стоять неинтересно, бегаем постоянно! Давай, давай, давай! Бегаем! Пут, ты чё, вскрысился? Что? Бегаем постоянно! Мусорнулся, Пут, ну давай, бегай! Что? Пацаны, вы чё, вы заебали? Простатит, ёбаный! У меня простатит, ёбаный! Ну даёте! Бля, я такой пацан, мне вообще так всё просто было, я лучший! Пацаны! Сейчас кому-нибудь баклажаном ебу хорошенечко. Это стримеры конкурсы. Ну, блядь, где стримеры конкурсы интересные делают? Надо туда идти выигрывать, блядь, конкурсы, братан. Кстати, на самом деле, да, мне уже пора бы, блядь, сделать какую-нибудь свою игру, блядь, какую-нибудь хуйню. Конкурсы интересные. Кстати, по поводу чего я хотел сказать. Раз. Оба. Бля, пацаны, давайте Максу скажем, с канала поиграем, давайте его разъебем. Как раз он вообще не варит, типа. Давай, разъебай меня. 6, 7. Давай, 8, 9. Хорошо сработал. Когда подкаст? Блять, Пут, когда подкаст? От тебя зависит. От меня зависит, говорил. Ты думаешь? Дату назначить, говорил тебе. А, да, ну да, наверное. По поводу... Пацаны. Подожди, давайте сейчас без лишних вопросов. Блять, вообще не везуха. Второй раз, блять, два какие-то. Чего, блять, кого, блять? А, да, ну да. Ну да, а, да. Угу. Это хуйня какая-то. Не понятно, блять, чего, блять. Раз, действительно два, хуйня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А так, раз, два, три, четыре, пять. Как это будет, блять, я не понимаю, ладно. А, ясно. Все, ты там нахуй застрял. Ну и параша, блять. О, погоди, а что там? Да нормально, проходишь. Ты чё, прикололся? Ну ладно. Я этот закупаюсь, блядь. Пасту у себя в группе, ты, ты про сагу. Это я ненавижу. Блядь. Бля, братан, я не могу. Хорошая. Нет, я в эту не могу играть вообще, блядь, типа. Ой, пиздос. Ну, пацаны, я все понял. О, пацаны, не все! Все понял, блядь. Нихуя непонятно было, пацаны! Ой, блядь, помогите! Вот он. Ой, не хочу падать. Ясно. Следуй за Максимом, и все будет правильно.
Ждите, пацаны. Я даст тебе, блядь. А, вот тут, сюда. Блядь. А, сюда? Блядь! О, блядь, что такое произошло? Дебилы, сука, не убивай! Не убивай. Ой, блядь. Так, я смогу, блядь, я смогу. Раз, два, блядь. Ага, точно. Все, я понял. Тихо. Тихо, погоди, погоди, что, говорите, что? Не понимаю, не помню. Не понимаю никак. Точно. А, сосать яйца. Сука, сосать яйца. Бля, ну ладно, ладно. Это хуйня. Че, пацаны, где вы там? Я пойду проверю их. Да, бля, я там начал. Ой, ебаный в рот. Максим, иди нахуй, нахуй ты так сделал. Это ты сделал. Ты виноват. Ты меня убил. Молодцы, молодцы. Блять. Я уже запомнил вообще все. Ой, блядь, верните бота. Не пиздец, не пиздец. Что за хуйня, блядь? Чё первое, за... второе по нулям, блядь, чё? А, Максим, удели этому минуту, я нашел еще одну художницу, которая хуйня рисует, моя знакомая, ей нужны пруфы, что я на тебя работаю. Да, братан, ты работаешь на меня за большие деньги, огромные деньги. Да, это правда. Какие пруфы нужны? Ой, голубая луна. Дэн лучше всех. Спасибо. У меня ключей нет, даун. Не понял. Нахуй ты это сделал? Блядь, ну ладно. Не понял, бля, прикола. Что за подкрутка? Нечестно, бля. А у него ключей нет. Я не могу. Пошел мимо. Пруф в виде огромных денег нужен. Действительно. Ну, такого мы пока не можем предоставить. Так, ну что тут, ребят? Блядь. Девушка, понимаешь, что возраст не важен, пол тоже. Да. Так. Блять, ну и что это я сделал? Нормально все. На, приключения акции. Я Америке живу, нахуй мне деньги. Тогда мне дай. Отвечает, я его не знаю, блядь. Как же ты говни выйти вообще? А просто в личку написать? В личку чего именно? А контакта? Сука, где там выход? Слева же, да? Сюда, да. Так тебе же вон светлячок помогает. Да, я про то, что можно было что-нибудь поднять. Оп, баклажан. Оп, баклажан. Ротоскопинг. Сука. Крутим, вертим, жирного, блядь. Угу. Охуенно, спасибо. Да хоть Твича. Да в Твич запросто. Нет. Братан, сейчас тебе напишу в Твич. Fuck you. А, так. Да, готовимся. Ну чё? Максим. А. Гузла, это правда. Да сейчас. Я пишу типу, который хочет выебнуться перед подругой, что он на меня работает. Братан, сроки горят, где задник? Завтра отчет. Все, написал. Давай. Все, иду. Бля, ненавижу эту хуйню. Я вообще какого я пола? Какого цвета? Я убийца. Я вообще существую, блядь? Не здесь. Блядь. Не в этой вселенной? Да. В мультивселенной. Вместе с Таносом. Кто здесь синий? Кто дикий такой? Почему ты такой дикий? Потому что я уже в такую не играл. Пиздец. Пиздец. Ай, блядь. Молодцы, блядь. Пиздец ты бойчик. Ну, сука, я тебя настигну. Иди нахуй. Иди нахуй. Да, блядь. Да это нечестно просто. Да нечестно. Вась, натуре нечестно. Блядь, соси хуй, чисти картошку, братан. Все? Наигрались? Ахел выиграл. Ну, пацаны, я старался. Да. Ясно. Как там Арчибальд? Отлично живет. Ссылку на трейлер кликера. Ой, собака. Блядь, а я все ссылки оставил. Я закрыл абсолютно все ссылки, которые были открыты. Я их только в этом оставил. А в закладках. Поэтому, братан, я сейчас не смогу найти. Надо найти их, искать, так. Сидеть. Извините, конечно, но придется. Угу. Чмо, блядь. Петушара. Ладно. Спасибо. Барик, вы нахуя это сделал?
Зачем? Вообще. Спасибо, брат. Ну я в прошлой игре телепортировался с Максимом нон-стопом, теперь пора с Дэном. Челепа вернулся домой? Определенно да. Игру Raft? Да знают наверняка. А Way Out еще надо еще в Way Out надо поиграть. Ну пиздец, блять, ну пиздец, блять. Подъебали. Яна, камон, блять. Максим, блять. Аксель, ты чё охуел? Держи, блядь, твоя голова. Ты чё охуел? Я тебе ничего не сделал. Я тебе друг, я твой друг, я для тебя все всегда делал. Помнишь, когда у тебя мама заболела, я тебя сиськой вскармливал? Я помню, да, я когда младенец был, ты помнишь, да? Давай, да, да, да. Давай обратно. Поликод, блядь, до сюда слетали. Ужас, ужас, блядь, нахуй на меня все ополчились. В Overcooked? Мы в Overcooked хотели поиграть, да, мы хотели купить эту хуйню. Угу. Криса, говорит, 69. Криса 69. Ой, блядь, какой там итем у меня есть. Братан, Аксель, я тебя, конечно, уважаю, но нахуй ты нужен? Это не я тут вообще-то. Ах ты козел, блядь. Братан, я забыл, что ты заменился. Я не буду тебя взрывать. Успеешь, хотя похуй, я не успею хоть кого-то взрывать. Братан, извини, я просто бы, ну, не успел в натуре. Пришлось взорвать тебя. Вау. Три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично, сработано, блядь. Вот, сука, говорит, крыса. Я сок и скока, блядь, буду твой. Братан, я буду литрами употреблять твой сок и скока. Только, пожалуйста, больше не свапай меня. Не свапай меня больше. Что делать-то тут надо? Надо писать слово. Что писать? Которое будет у тебя над головой. Ну, я испанское хуёво понимаю. Ну, ладно. Амигос. Амигос. Так. Окей. Ох, сука, как... Где я вообще? Нормальное слово, блядь. Ит? Я не понимаю. Подожди, я же не нажал, сука. Блять, какой бол? Какой бал? А как написать? Блять, на А. Moist. Да что за хуйня, пацаны, я не понимаю. Ну это и хуета вообще. Не понимаешь, да? Следующее слово. Фиш. Погнали. Что происходит? Где я, блядь? А вот. А я не двигаюсь. А я, блядь, не те кнопки жму. Ах, отстань от меня! Да, блядь. Где Д, блядь? Данк меме, блядь, пожалуйста. Да уйди нахуй! А, это я? А, это я. Блядь. Три, блядь. Вась, я только сейчас... А где Р, подожди. Не понимаю, где Р, вон она. Кува, блядь. Кам? 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 Камкват? Фаркват? Фаркват, да. Пацаны, я сдался, Сука. Получи пизды. А вы знаете, как можно ударять друг друга? Да, можно определенно. Я пытаюсь. Ещё, блядь! Вот, спасибо. Сиять нахуй. Я нихуя не понимаю, это сложно, это очень сложная игра. Ладно, сойдет. Не последний, ладно. Ут, остановись. А, не, Аксель выиграл. Понятно. Дэн почти победил. 4, это наш результат. Да. Куда ты лезешь, потные руки? Да, правильно. Там Макс ближе. Правильно, братан, правильно. Макс, есть телепорт назад, блядь. Нету. Потому что я видел его предмет. Есть, нету. Я видел, есть репорт. Хочу посмотреть на твое лицо, когда ты узнаешь, что тебе ключей не хватает для сундука. Братан, у меня 85 ключей. К сожалению, не получится узнать. Угу. Так. Что ты думаешь? Ой, далеко, да. О, далеко. О, далеко. Дэн за Арсенал часом не топит, говорит. Нет, Спартак печенён. Ивский? Определенно. Угу. Максон, гандон ты ёбаный. Да иди нахуй! А.
Братан, чтобы не смотреть этот, надо съебаться до завтра тогда. Ой, так, что мы умеем? Угу. Телепортируйся на мое место. Так, да не, я думаю, что... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дай блядь, сундук, дай сундук, дай сундук. А если я полечу на ракете, я смогу достать этот сундук? Сундук, не знаю, мимо не пролети, смотри. Ну, а как-то можно остановиться, да? Нет. На 10 клеток везет, она может тебя мимо сундука провести. Мимо сундука, блядь, мимо сундука не хочу. Не хочу, блядь, ладно. Юзай ракету, погнали. Думаешь? Да, конечно, тортила, черепашка тортила, да, погнали. Почему тут тортила-то, блядь? Погнали. Ты меня разводишь полетели? На какую-то хуйню? Да погнали, один раз попробуешь, второй раз узнаешь. Полетели. Максим, пока не попробуешь, не узнаешь. Курица поехала. KFC. Country Fried Chicken. Отлично, я смог сбросить ее нахуй. Только не в тот момент. А, ну мне похуй, у меня есть кубики. Спасибо большое. Дэн, спасибо большое за помощь, брат. А я говорил. А ты говорил. Не мог меня телепортнуть. Все умрут, а ты останешься. Ты попадешь в рай. Спасибо. Нихуя там надо. Нихуя себе. Чего? Там же надо в эту, в мазюку. Так, ага, хорошо. Ключи. Все умрут, а я грейпфрут? Дэн, давай свожу в эту субботу на Арсенал Киев Заря. Билеты с меня. Тебя приглашаю, Дэн. Не. Как я юзнул? Там есть кнопка взрыва. Отлично. Отлично юзнул. Нахуй ты это сделал? Ладно, свидан! Пока, Жан! Да, блядь. Я понял. Ты бурундук, блядь? Это как узнал, да, Бася. Ты в медицинской карте посмотрел. Я плачу? Чем я плачу? Нет, ты не платишь, ты выбираешь все на эту кнопку. Что он сберет. Да, да. Ага. Это что за говнё? One player is the lightning rod, which means lightning will periodically strike them, destroying the floor, revealing the spikes below. Догонял ты типа? Ага, то есть это один челик, другой лохи. Понял. И челик? Я! Ну что, пацаны? Блин! Зеус! Блин! Какой ты спешной! Ты съебал, вообще съебался, ты понимал, вообще, типа. Ну и чё, я вас долго буду гонять, блядь? Да. Я должен эти плитки ломать. Чё за хрень, как вас убить-то, блядь? Мы должны упасть. Мы... Блядь. Голова. А, я могу... Я супер летун. Братан, я тебя загнал в угол, блядь. Да, хуй там. Сука. Сука, я тебя задушу нахуй. Я задушу тебя. Давай. Ты что, уёбан? Я тебя знал, что это я же связался. Да какого хуя так мало времени? Один раунд? Какого хуя? А, нормально. Я хотел землей. Я спрятался просто. Моба первый. Мы с Путиным, типа, профессионалы. Просто. Да, неинтересно. Так, что дальше? Да, он победил. Ух ты, программист? Что такое? Что это здесь было? Да-да, перестановишь мне Windows? На пизде. Да, так, если у девушек популярное предложение поебаться. Чё? Кто будет ходить, мне надо поссать. Что играет, блядь, Катюша, ёб твою мать. Не стартуйте ничего. Что подарил мне этот хреновый гоблин чёрного цвета 20-го века? Дэн. Дэн. Можешь просто не ходить, я пойду в туалет сходить. Да, конечно. Чтобы оно не шло. Мы не подтвердим игру просто. Пусть находит. Помню голос женщины, сразу валился, блядь. Ты с КБНИСом нужно? Оказывается, машина тоже умеет трахаться. О да. Подожди, я пытаюсь понять, что за оружие. В этой горе. Ха-ха, я сам избавлюсь от наркоманов. Я пшу нахуй. Кидаешь на голову, хилка. А, сундук может открыть в подарок. Там рандом сидит. Сектор приз на барбане? Да, вон сам последний. Люди. Понял. Люди меняются, блядь. Люди, голос прорезался. Да. Охуеть, спасибо, папаша. Блядь, что будет? Сектор приз. Снюстер 2 с Дэном Альсом. Ну чё, олень в натуре? Куда ты кинул меня, козёл, блядь? Сундуку прям. А, да? Тогда ладно.
Да ладно, я думал, у меня просто пиздюля кинул. Ну, пацаны, ну, как бы... Мак говорит, рву донатерскую ссылку, бомбардировкой. Из Инстаграм вести еще планируешь, блин? Ну, не знаю, я вот сколько выложил до фотографий, как творчество иссякло. Хотя, на самом деле, там... Да ладно, смотри. Ребят, смотрите, что я нашел. Охуеть, спасибо, папаша, что подарил мне этот Рено. Я нашел хай-рез, я нашел ультракачество. Где? Блять, пиздец, ёбаный в рот, нахуй, поломался. Погоди, как это вообще происходит? Отлично. Отлично происходит? Отлично происходит. О, смотри, вспомнил голову женщин, сразу наладился, блядь. Нихуя, а там Макс, машина тоже умеет. А, я ходить должен? О, да, 4К ремейк, пацаны. 4К ремейк. А по-моему, это именно он и есть. Так, сейчас. А, давайте, давайте я похожу. Сейчас, секунду. Я хотел, решил донаты почему-то почекать. Заход игры, заход игры. Так. Так. Кто-нибудь передо мной есть? Никого, пусто. Пусто, блядь. Так. Ага. Ага. Блядь, а где эта хуйность? А, она сзади меня. Фу, сука, тяжело, тяжело. Я просекал. О, это хорошо. Да не, смотри, какой Аксель крутой. Да не, не очень. Я его тебя не трогал. Не, не очень. Крутой, но не очень. Так, продолжаем. Странно, так добрый вечер. Привет с большого Батуна. Угу. Ох. Напудренные алкаши. Криса, говорят. Что за трек? Привет с большого Бадуна. Но если кто-то не здоров, так я отвечу, что мы пизды. Добрый вечер, добрый вечер. О, сука. Нормально. Чё ты делаешь? Grab as much loot as you can, but don't get too greedy. Мусорщики, мабуть. Мусорщики, да. The more you grab, the slower you move. Ты мусорщик, блядь. Ты... А подожди, а пробел это подобрать, правильно я понимаю? Да. Да. Всё, пацаны, я помочь. Я победу делать буду сейчас. Устроился на работу, наконец? Да. Ёпч. No! А, это не мусор, это голда. Это мусор. Блядь. Ну, пацаны вообще не умеют играть в эту игру. Я вам говорю, пацаны, я вам сейчас победу сделаю. Так, так, так. Типа, у меня вообще, у меня путь свободен. Типа, я молодой, зелёный, путь свободный, всё, блядь. Тихо, тихо, фу. А ты, сука, прёшь, ну-ка, отвали. Не зазнавайся. Тихо, 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 тихо. Не зазнавайся, сука, здесь, блядь. Копперфильд играет. Ой, 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 что уебался. Такой огромный мешок, блядь. Блять. А, я понял, тут можно много набрать раз. Ой-ой-ой. Несколько раз можно набрать. Ой, хорошо. Я думал, как путь натаскал так много, блядь. Блин. Блин. Пронесло, прикиньте. Сука, опять и рейп этот ебаный. Ну все, я победил, блядь. Смотрите, меня машина даже собьет. О, да сука! Пацаны, я не знал, будь в натуре гений, я не знал, что надо можно собирать все, я бы сразу победил. Там написано было, чем больше вы набираете, тем меню меньше вы делаете. Да, там так и было. Да что за музыка-то, ебать, Джотара становится дельфином, отличная, пацаны. О, это моя любимая, давайте слушать, блядь. Класс. Так держать, Дэн, говорят. Спасибо, 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 спасибо. Бля. Куда ты, сука, брёшь? Ну-ка, отвали. Ну хорошо, сейчас бы кальянчик. Я армянчик, бля. Итак, что мы имеем? Угу. Блять. Спаси, 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 телепортируй, спаси, помоги, спаси. Хорошо, я помогу, брат, но у меня нет телепорта. Пинг-бомбу.
Ну, маг, сухуй тебе. Ты мне уже, блядь, хезал прошлый ход, позапрошлый. Интересно, так попаду? Нет. Нет, там... Там маленькая рейнджа. Ты уверен? Я стрелял по поту в прошлой игре, нихуя. А, да? Ладно, понял. Все, просто тогда иду. Охуенно. Ну ничего, это моя. Нет, подожди. Да, это моя, все в порядке. Дэн нас не любит, говорят. Почему? А, это не моя, это просто ключи. Почему? Не знаю, у них спроси. Пацаны, почему? Чмоки-чмоки, Дэн. Штеки-штеки, как ты говоришь. Хотя на самом деле стеки-стеки. О, сосать надо. Сука, блядь, сука, блядь, ну, пацаны. Максим тут непобедим, конечно. Майнкрафт, Майнкрафт, блядь. А, да что ты, да? А тебя кто научил так ругаться? Где ты услышал такие слова? В подворотнях. В подворотнях? Да. Петербурга? Да. Да, кто последний? Блядь, кто последний, да, Филипп Киркоров. Так, ну-ка. Сука, проблемные алмазы не идут. Нихуя не понял. Пацаны, не работает, блядь, Майнкрафт сломался. А, потому что меня, блядь, объебывают на алмазы. Потому что синий гнида меня объебывает на алмазы. Я нашел баг в этой игре. Да ладно. Да. Нет. Какой сделал то, что видишь? Ты ля, ёб твою дивизию. Он почему-то не подбирался, гребаный алмаз, 5 минут. 5 минут не подбирался? Отлично. Быстрее. Отдай. Тихо, не варик, вообще ничего я не трогаю. Отдай нахуй! Аксель, ливни! Все? Ебательски просто. Ай, блядь. Ай, уебался. Я наказал себя сам. Ай, блядь, уебался. Так, ладно. Так, ладно. Сука, кого бы из вас подъебать от души, чтобы было? От души лобай, давай. Давай, кого от души подъебать? Давай, ну меня уже подъебывали все, кому не лень. Все, понял, иду за следующим. Угу. Блять, ну мне не туда. А, секунду. Так там его забирают уже. Там сундук сейчас заберу. Заберут? А, ну точно. А, ну точно. Ой. Модеры не дают жизни, банят за пасту про папашу. Да, охуеть, папаша. Так, блядь, понятно. Ну вниз, блядь, поехали, блядь, тогда. Ну что там, блядь. Ну что, сторож ночных дорог. Давай, делай. Здрасте. О, какие песни играют. Блядь, да ну нахуй. Да, что было в педагоге, что мы потеряли, читал, да-да. Все, пиздец. Путь у скиллет чат, блядь. Киллед. Чуть накрутим. О, бля. Бля, воровство пошло. Сука. Бля, тихо. Пацаны, не имейте права. Кто спиздит у меня, тот последний человек. О, бля, я вор в законе, не вздумайте. Пацаны, не вздумайте, пожалуйста, брать у меня. Я ни у кого не беру, и вы у меня не берите. Все, я стою на страже. Реально, пацаны, давайте по-честному играть. Я инвалид. Моя карточка указана в группе помощи. Пидар. Козлы. Помогли бы лучше рублем, блядь. Каленый, блядь. Да подождите, пацаны. Пошел ты нахуй. Оно вам надо? Давайте, слышь, давай Акселя траванем. Пойдем Акселя траванем. Погнали, все, просто опустошим его, блядь. Давай, да. Опустошаем Акселя. Мне даже похуй, ты что будет ходишь, со мной. Ты блядь, Акселя опустошаем. Там другой свет, там другой свет. Верни, положи. С вами нихуя каши не сваришь, пиздец. С вами каши не сваришь. Мы выиграли.
Обсуждаем, пацаны, обсуждаем. Естественно, не поддерживаем, обсуждаем. Ничего я не говорил такого слова. Да я чуть не сказал на П слово. Кукол. Скотчем. Нет, я не сказал. Нет, я не сказал. Я, пацаны, я обсуждаю и не поддерживаю. За жопу не поддерживаю. О, хорошо, это мне. Ладно, я сказал, тогда я извиняюсь. Я это сделал случайно, я это осуждаю, не поддерживаю. Давай опенинг. Так, куда там мне? Угу. О, хорошо. Подарки. Ой, хорошо, блядь. Там что, гуся ебут, блядь. Вы слышали? Скруджа Макдака ебут. Я никогда не слышал этот момент в этой песне. Там Скруджа Макдака выебали. Ну-ка. Где там? Скруджа Макдака прямо в его, блядь, денежном хранилище. Наказала поночка? Да, наказала поночка. Моё. Так, победка уже ближе. Гачи-утка, блядь, да. Плати. Платить, да. Ключами будете мне оплачивать. Удачного стрима, не бунтуйте, если видишь это сообщение, кивни. Киваю. Если не варик, пацаны, я как бы знаю, типа, я нашел один варик. Подожди, почему нахуй направо? Ты как посмел, блядь, туда поехать, дебил? Там кирпич, блядь. Под кирпич едет. Что опять мне скинули? Куда ты, сука, прёшь? Ну-ка, отвали. Я люблю уют, искают русский рэп, издаёт звук глухонем после хитричен. Бля, пацаны, ну, прошу прощения. Ну не скидывайте такие песни, пожалуйста, я не могу, я хуею с них. Кто-то, блин, потерял деньги. Зачем такие? Я глубоко извиняюсь за то, что я скипнул песню, которую за донат скинули. Ну, блин, братан. Пожалуйста. Поговорить по поводу игры, братан. Ну, тут под вопросом. На земле. Тут под вопросом на самом деле. Сегодня, возможно, уже нет. Пробел. Пробел. Точно. Забыл. Ну все, пиздец вам. А тебе? Мне тоже, кстати, да. Как ты узнал? Я чувствую. Ты что, гонишь? Ой, блядь. А как выбирать? На кнопки. Жми кнопки. Ой, сука, мне пиздец. Ой, мне пиздец. Ой, мне пиздец. Мы JBL колонками кидаемся? Да, JBL колоночками. Разъебываем танцпол. Суицид, блядь. Ну ладно. А, пару минут? Да пару минут можно, конечно. Иди теперь танцу, блядь. Осуждаем? Да, не поддерживаем. Ох. Здесь одни победы. Привет, всем привет, здравствуйте. Так, там когда в ДС добавить меня можно, правильно? Ну конечно, да, мы все сделаем. Завтра всех соберем вместе. Так, хожу. Ага, ясно. Кто это?
Погоди, погоди. Может, у меня есть для тебя подарок получше? Нет, 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 братан. Давай как-нибудь по-другому. Давай вот так. Я попаду? Я попал? Да, я попал. Да. Так, погнали. Угу. Отлично. Ой, класс, наконец-то мы ходим. Ёбен, ёбен. Ох, ну и куда ты, нахуй? Да что это за песня, блядь? Я уже, если честно, подзаебался. Сколько у нас еще впереди раундов, блядь? Так, 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 что там? Что ты выбрал? Прыгать в этот мегамен. Ладно. Да, бля. Как зовут ту бабу, которая поебаться хочет? Тесс Вайлет. Тетя Зина. Блять, почему ты выбрал этот? Что остальное это будет включи пиздить и ничего. Я выиграю. Да сука! Убились, на. Бах, тихо. А, снимай. Ага. А что за хуйня? Тоха Project. А тут двойной прыжок есть? Двойной есть, да. Спасибо, пацаны! А, пользуйся. Блять. Ага. Да сука! Блять. Но я лучший. Да какого хуя? Да подожди, как это? Я не знаю. Ну, как бы ты не очень оказался. На самом деле. Нет, я на самом деле очень даже хороший. Почему я второй ход подряд? Типа, не знаю. Сними видос, пожалуйста. Конечно, спасибо, я сделаю когда-нибудь. Ой, ребят, может быть не до конца будем доигрывать? В натуре что-то тут дохуя еще. Да не дохуя, опять. Я вообще не понял, что это почему-то. Вы уже собрали по 20 рука, я же не понял. Мне Поттер подстал. Ладно, 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 ладно. Не, у нас... Не, я не понял, у меня типа сейчас два хода подряд, до этого я вообще не ходил. Мы добьем просто. Чё нахуй? И чё ты встал? А, не надо было. Ты очком растёшь, сука. Не-не-не-не. Опа. Да пошли нахуй. Смыло, блин. А, я? А, да, точно. Кто там рядом? Кого бы из вас разъебать уже? Ахил. Нет, не, далековато я-то, будет. Не страшно. Да, не страшно, моё. Сайк! Нихуя себе, тайминги опять. На кью приседаем, на джамп. Нихуя себе тайминги. А, блядь. Ладно, погнали. А, погнали. Блядь. Ага. А, я понял. Я понял. Ха-ха, путь не понимает что-то. А, тихо! А, Васянка! Вася! Дай жить! Дай жить, дай жить, дай жить, 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 жить! Ой, крысу выебали! Ой, крысу выебали! Блядь, сука, дол! Ладно. Ладно, ну, в принципе, второе место сойдет. Согласен. Ох. Возьмите бота, вы еще там.
гонит, я вообще-то дрался классно. Меня Алик, сука, выхуй. Молодец, Алекс. Это Тесса Вайлет, это Никсель Пиксель, которая петь захотела и пиздец как захотела ебаться. Ты думаешь, Никсель Пиксель не хочет ебаться и петь одновременно? Да, когда отписка была. О, ребят. Никого нету тут? Не. Себе иди. Бля, в натуре нихуя. Да сука. А, ладно, забирай. Год сосу под школьной лестницей. Ну давай пару раз сделаем. Насколько тебя хватит? Ага. Когда фильм будем глядеть? Да, братан, типа... Пощади путь тебе. Еба. Бобин Барамбек, путь, на ты и путь, убийца. Фильм, типа, на самом деле... На неделе точно будем смотреть. Ага. Да ты сука! А когда будут те, которых мы не играли? Бля, чё я с краю, нахуй? Не, вообще тут надо играть без, наверное, этой игры. Ой-ой-ой. Ага. Да ты иди в писюн. Сука, я буду лучший. Блять, уголь ёбаный. Я сосредоточен. Да какого хуя? Подождите, я не теперь... Блять! Да я теперь все проебываю, Вась, я нихуя не понимаю. Блядь. Да блядь, я сука не понимаю. Ой, блядь. Ой, блядь. Какая же хуйня. Сука, быстрее. Да как его выключить-то, блядь, подождите. Да у меня, блядь, это, блядь, пошлая хуйня играет. Пацаны, вам не жалко денег? Ёбаный подъёбаный. Так, в чём мы не играли? Давай с новый спин. С новый спин не играли, да. Погнали спать уже? Okay. Да после этой погоним спать уже, да. Ой. Ой, да, сука. Вспоминаю школьные годы. Я такой давалкой был. Ну, в принципе... В принципе, я потом повзрослел, когда дети появились. Как раз её растягивают. А хотя прикольная тема, слушай. А ну-ка, давай-ка я ее сохраню. Нахуй я сюда пошел. О, сохранил песню, хорошо. Прикольная песня. Погоди, что она мне напоминает? Сейчас, подожди. Сейчас, да. Ага. Да ладно, почему? Как обычно, блядь, деда. Я ответил, время деньги, он послал меня за это нахуй, и тебе грущу. Блядь, я не расскажу историю. Идем как-то мы после школы, да, я там насосался под лестницей, идем мы после школы с друзьями, короче, с двумя друзьями. Идем, короче, по улице, и к нам навстречу подходит тип и говорит, what time is it?
Мы такие думаем, нихуя, иностранец, блядь, время спрашивает, как мы попали на иностранца. Он еще так одет был, знаешь, типа, пиджачок какой-то, ебать, какие-то все дела. What time is it? И мы такие думаем, ебать, как ему сказать, какое время. Начинаем смотреть время, пытаться говорить там, 7 and half, 16, блядь, что-то там пытаемся говорить. И он такой смотрит на нас, смотрит, говорит, и говорит, блядь, время сколько? Ну, мы ему сказали и съебались. Сука, до сих пор стыдно за ту ситуацию. А нахуй нас подъебал? Я готов, Аксель, ты не готов? Рэдди, давай, бля. Погоди, а как назывался? Как, сколько, как это самое? Как назывался, как называлась эта песня? А что происходит? Пацаны, проблемы? Победа. Проблемы на какие-то? Победа. Где, блядь? Пацаны, вы чё, охуели? Дебора, Дебора, ты тапо... Чувася, ты чувася, ты чувася, ты уйдёшь! Додж, додж, Лёх, изи додж. Да, ребята, скилла вам не хватает, но вы подумайте. Ой, блядь, чё? Я сам тоже укатился. Ну, молодец же ты, молодец, веселись. Всё равно хуйня, типа, блядь. It's time for sex, да. Я пытаюсь вспомнить, что же это было, сука, так, а где там, можно, пожалуйста, закрыть? Ага. Ну, я, в принципе, ближе всех, меня все устраивает. Оба, пятерочку, вот сюда. Нет, я, наверное, не вспомню эту песню вот так сходу. Похуй, пусть тогда будет та, которая играла. А что же это было? Так, наши пацаны. Подожди, в смысле? Подожди, козёл. Что такое, проблема? Проблема, есть проблема, да? Да, да. Молодой, блядь, молодуха. Ебать тебя будем. Сука, да где же я слышал уже такой звук? Ого. Да нет, не на Оливер. Нет, сейчас я вспомню. Да вы думаете, похоже? Блядь, ну давайте проверим. Блядь, давайте проверим. Ну, мне кажется, нет, сейчас что-то другое. Давайте проверим. Офигенно. Да что еще, блядь, зоотопия? Мадагаскар, побег из курятника? Надо посчитать определенных животных и потом указать их количество. Не, братан, я слышал какую-то очень старую с таким... А, окей, что делать? А как ставить? Надо было посчитать. Пробел. А как? Как, блять-то? Вы просто считайте, вы в конце выдаст. А, все, я проебал, потому что я жал пробел просто. Ну, блять, а что такое 9? Я делаю? Кого 9? Я 15? Не пойму, куда я жму-то, надо, сука. Надо просто жать пробел, но не будет отображаться на экране. Считайте роликов на этих кабанах. Ой, блядь. Дэн стоит. Надо нажимать пробел, когда ты видишь кролика. Стоит, да. Блядь. В смысле? Блядь. Ясно. Блядь, у меня кабачков это гребаное. Нет, ясно, блядь. Подождите. Делай, не думай. Че из чембер? По-моему, я ее сохранял. Все против нас, блядь.
Верните бота. Он мне ничего не даст. Но надо. Но надо. Оно ничего не даст. Блядь! Оо, проблема, да? Беда, блядь. Ну, про подкаст, братан, я скажу точно, когда все будет точно. Так. Как же нахуй там было? Хуй вспомнишь. Что там, у тебя сколько? Здоровья много, да, прилично? Да уже заканчивает последний ход с сундуком. Да, действительно. Ты не сходишь что-то тогда, если телепортнешься, не будет кидать кубик. Благодарю после телепорта. Алло. После телепорта не кидается кубик? Не кидается. А ты попробуй. Я не пизжу, После ракеты только кидается. Пиздец. Я сам телепортировался, не кидается кубик. Да, нельзя. Он не пиздит. Ладно, Аксель меня не предаст. Не пиздит. Аксель на первом месте. Аксель меня не предаст. Не пиздит. Не пиздит. Он мне должен деньги вернуть, зачем мне его пиздеть? Ну, пацаны, сейчас я нахуй. Что я сделаю, блядь? Да, там нахуй. Отдам, блядь. Да там. Охуенно. Что я могу сказать? Спасибо, папаша, блядь. Да, опять пою. Все? Да. А, действительно. Ну это я опять победил. Пацаны, ну как так? Я, получается, сильнее всех? Представитель чата Дэн Безбороды показал малую эффективность в вопросах представления воли чата в данной игре. Чат в клетке, да? Я крутой. Ты чё, блядь? Уйти с пьедестала. Да, Дэн, подойди нахуй, подойди. Воры пиздятся, давай. Подошел нахуй, пиздиться будем, подошел нахуй. Ты можешь отчего в клетке нахуй, потому что мне пиздец сейчас голову снесли. Да, блядь. Подошел, сука. Давай, сука. Давай. Я тебе затылок, подошел, крыса. Ой, сука, я не могу, понял? Чат тайм-аут. Трек уже нет. Трек, братан, трек. Нихуя. МВ, Джек Стаубер, Баттеркап. С ноги ударил в башке. Так, хорошо. Все-таки, на что же она похожа? Подошел. Давай. Короче, пацаны, вам все хорошо? Давай, сука, ты гляпи, ты что на голова? Я в глаза не могу смотреть, я глаза. Напоминаю, я, блядь. Макгрегор против Хабиба. Хабиби Хамут? Блядь. Хамут? Я здесь. Все, мы закончили. Сколько еще стрим будет идти? Я думаю, хватит. Пол первого, блядь, точнее, 40 минут первого. Я думаю, хватит, потому что я пока не съебываю в больницу, я буду стримы проводить. Сейчас я вспомню, подожди. Или не вспомню, блядь. Как же... Пацаны, мы побеждены, но не сломлены, так что не переживайте. Откуда этот звук, сука, странный? Я помню, была какая-то песня, которая мне нравилась. С таким же, блядь. Не могу вспомнить, пиздец. Дохни души, дай поспать. Пацаны, конечно, спать. Значит, смотрите, объясняю, пацаны, из планов. Да ты охуел там в клетке, смотри, пиздится. Это Рекса Мыш. Слышишь, суть в чем? А, чату объясняю. Значит, в ближайших планах у нас в какой-либо из дней посмотреть фильм, потом мы будем играть в игру про дворфов, потом что-то еще. А, потом я все-таки решусь, и мы с Акселем сделаем эту свою игру, блядь. Почаще позапускаем вот в этом плане что-нибудь интересненькое. В принципе, остальное по мелочи, в принципе, не обязательно говорить. И так поймете, когда буду запускать. Подожди, TRM Voiceless, давай попробуем.
Тирем. Скукорек, да? Скукорек и спать? Сейчас попробуем. Ну, давайте один скукорек. На что играем? На бан? На что? Паука и спать. Вот, смотри, сейчас. Паука и спать? Так. Нет, точно. Нет, братан, точно не эта песня. Замечательно. Что там за песню ты пел? Замечательно. Баттеркап называется, братан. Ротоскопинг, блядь. Сейчас я подойду, я дойду. Почему? Что значит на бан? Что значит бан? Я что-то пропустил? А, на так бан. Ты... Тю, я долбоёб, да на бан. Да, играем на бан. Я думал, мне чат пишет. На бан. Типа, на, лови бан. Че, еблан в натуре, сука. Как золотая рыбка. Забываю, нахуй, то, что говорил 5 секунд назад. Добавь тогда в Дискорд, потому что ты забудешь. Ты всегда забываешь. Да, я всегда забываю, братан. Добавь тогда в Дискорд. Хорошо, сейчас. Так. Пожелаю зигота. Братан, я уже не особо уверен, что я хочу сотрудничать с человеком, который называется Пожелаю зигота, блядь. Заебал. Прихожу с работы. Ага. Думал под одеялком своего гуся по душу, а ты ага. Стремишь. Да, сука, братан. Так я уже заканчиваю. Можно уже... Все, я добавил тебя в Дискорде. Да ты... Так, вы что, до сих пор пиздите? Сейчас, подожди. Нет, точно не Midnight City, нет. Как же ну там? Чё? Я найду эту песню. По статье уже надо. Да? Ну давай. Этот. Потом ты что ты говоришь? Что ты, блядь? Макс. Что? Я тебе номер скину или что? Скину? Да, конечно, да. Скидывай что-нибудь мне. Да, бля. Все, ладно. Давай. Все, давай. Так, не, Voiceless я знаю, пацаны, это не она. Ну ладно, сейчас послушай, все равно, да. Так, сейчас мы сделаем так. Угу. Меня тоже добавить, братан, я всех добавлю, хватит спамить. Ты гля, спамер. Ага. Woman fell flat мы знаем, да. Во, раскачались. Нихуёво так. Нихуёво. Ладно, пацаны, я отпадаю. Тоже отпадаешь? Да, давайте. Ладно, давай. Тут побачим. Давай. Так, сейчас, секунду. Дэн, что с тобой, проведем один этот самый, один последний скукорек на этот самый, на бан? Это, блядь, что это вообще такое? А сейчас я покажу. Сейчас ты, тебя забаним, блядь. А ты охуел? На бан, блядь, будем ебашить. Не на приз, на бан. Нихуя себе у тебя. Конкурс интересный. Я забаню тебя и всю твою семью. Да. Ну ты и ебан. Так. Ага. 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 Так, ага, отлично. Players опять 900. Не, пацаны, на сегодня уже вот только вот это и все. Сейчас, секунду. Нет, это не эта песня. Нет, не она. Секунду, я еще раз, на секундочку, сейчас. Блять. Я обязательно это найду, нахуй. Вот запомните, блять. Я всегда пиздел и всегда буду пиздеть, но я найду эту песню. А, подождите, я еще не посмотрел видео с доната. Сейчас быстро. Снюстер 2. Нет, братан, только не сегодня. Так, смотри до конца. Ага. Да, запомните, твари. Запомните, твари.
А у меня в голове меня ебут. Здорово, Макс, как жизнь? Мне тут, короче, страшно жизнь стала сегодня. А, это я говорю, ты, я, да, это я читал. Благодарю за веселую историю. А хуй тут старый еще раз, ну я ему харю рыгнул, и он стал ебаться до мусорки. Это уже пиздеж, я уже не верю в это. Мерсвинг, я улетаю, прощай. Макс, я прихожу с работы. Да, говорит, ну что, го, Константина, я не смогу, блядь, смотреть Константина в такое время, мне страшно. Вечер добрый, поздравь меня с ДР по-братски. Лёха Ебач, с днем рождения, друг мой сердечный. Счастья, здоровья. Любви, чтобы вы стояли, деньги были. Да, чтобы это все было. Так, типа мувика по секира. Ага, сейчас. Сейчас сделаем мувик по секира мне сделали. И еще вот такое видео какое-то. Ага. А, еще одну, блядь, эту, да? Еще одну эту самую. Сейчас. Это мы, блядь, уже обсудили. Давайте посмотрим два мувика, два ролика. Где там игра? Пикчу нахуй. Ага. Первый. Еще гореть начало. Сука, все лучше и лучше с каждым разом. Нихуя. Оно сгорело нахуй. Блять, на самом деле хорошо. Не, определенно хорошо. У меня теперь на каждый раз, блять, на каждый раз новое интро есть. На самом деле я очень хочу использовать то предыдущее, которое было, блять, от чувака, который 8 часов клепал его. Оно охуевшее. Так. Ебать, мувик по секире, погнали. Что-то каких-то крестьян убиваю, блядь, это даже не самурай, это какие-то крысы. Ты думал, что ты кто-то? Хуй тебе, гнида, крыса тупая. Я лучше тебя в 10 раз. Отлично. Все так все и было. Так я и проходил. Подбит, блядь. Почему завод, пацаны? Сойдет. Нормально. Почему завод? Вы так не любите мувики? По-моему, прикольно было. По-моему, прекрасно было. Захват игры. Захват экрана. Все, поехали, блядь. Survival Raid, блять. Ну все, заряжайтесь, нахуй, заряжайтесь. А ты меня расшаришь играть? Ты нажми в этом в чате play. Ну, восклицательный знак напиши play. Восклицательный знак play в чате моего твича. Так, давай я тебе расшарю, да, тоже. Угу. Нажал? Угу. Отлично. Посмотрим, кто тут у нас. Ага. Ага. Чуть не могу тебя найти пока что. Вижу. Бан. А все на бан пришли. Обхожу. Делаю обход владений делаю. Да в где бег, блять, это кто вообще? Подожди. Чё-то я тебя не вижу, братан. Чё-то ты... Ты у меня модер вообще хотя бы? Да. Да, ты у меня модер. Я не знаю. Ну, я еще раз могу написать, конечно, на всякий случай. Сейчас я тебя проверю. Угу. Странно. А, вот он ты. Здравствуй. Здравствуй, молодой, блядь, нашел. Сколько там мест еще осталось? Ой, бля, пацаны, еще 500 мест. Не стесняйтесь, заходите, блядь, будем разыгрывать бан. Для вас, ваших родных и близких. Вот так, чуть-чуть музыку сделаем. Накрутим. Чтобы спокойненько, блядь, было. Ну,
Ну чё там, блядь, чё-то вы, ребята, все это самое, чё-то вы сыте, мне кажется, или вы сыте? Кто не хочет играть? Восклицательный знак play в чат. Игру смени, точно. Что там за бублик внутри, нахуй? На нет, вверх запаян. На нет, а вверх запаян. Мороза. Ага. Ребят, я жду. Бля, какое же это очко. Просто пиздец. Ух! Слушай, погнали. А, Вась, я дебил, сука. Тут еще это есть хуйня. Хотел затаймить. Но я же дебил. Как бы я затаймил нормально? Как затаймил, так затаймил. Поехали. Ой-ой-ой-ой, опасная близость. Поехали, все. Ну кто тут? Ламаз, боишься? Не боишься, блядь. Every male. Всем, сука, ссаться. Всем бояться, блядь, разыгрывается бан. Погоди, а кто выиграл, того бан? Да. Понравилось тебе? Это страшная опасная игра. Убери баннер. Да я все вижу и так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то не так, слышишь? Они должны типа столкнуться и пасть посередине. Все, я тоже улетел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно, куда все пропадают? Столько людей умерло. Ой-ой-ой, лялик поехал, блядь. Только не лялик уже, а не сама, блядь. Ты близок. Боишься? Бойся, правильно. Сысь нахуй. А не сама, братан, ты вообще... Братан, ты... Ты знаешь, я считаю, блядь... Я считаю, что второе место это тоже бан. Хочу, говорит, дай бан. Так, Ашотер, блядь, получил свое. Отлично, Ашотер, получаешь свой бан. Надеюсь, вы порадуетесь, блядь. Короче говоря, эту игру надо модернизировать определенно. Нужно в нее что-то добавить. Просто так вот катать шары и давать баны, это неинтересно и не смешно. Нужно что-то хорошее. Нужно что-то хорошее, нужно что-то интересное, чтобы было. В любом случае, ебать, здесь тысячу человек, блядь, прилетело, которые заслуживают бана на самом деле. А не сама бан. Ты, братан, тоже бан, Зубра бан, всем бан, блядь. Начинаем. Ребят, пожалуйста, выдайте Ашотеру бан, модеры есть на стриме. Я пока сделаю анмод, а не сами, и бан ему ебаните сейчас. Анмод. Так. Он не сама. Так. Ты охуел, говорит? А ты вот так вот, ты думал. Ты охуел, братан? Я тебе, говорит, сука, я тебя найду, братан, ну второе место. Ты когда начинал играть, ты был готов, ты должен был признавать, что есть шанс. Так, пожалуйста, все, анмод сделан, они сами бан. А, ну давай, я сам дам ему бан, в принципе. Бан, о, не сама. Так, ой, блядь, дал или не дал? Бля, не могу понять, дал или не дал бан-то, они сами. Нет, походу. Сейчас еще раз попытаюсь. Да-да-да. А, все, дал. Все, Анисама, прощай. Минута молчания. Минута молчания. Помянем Анисаму, братишечка. Братишечка любимый.
Ты был очень хорошим и верным и способным модером. Тебя ждало большое будущее. Возможно, через 20 лет ты бы модерировал где-нибудь в приемной Путина. Но, к сожалению, твой карьерный рост закончился на этом моменте, потому что ты был немного неосторожен. Ты был рисковый. Риск был твоя жизнь. Ну, риск являлся твоей жизнью. И ты обжегся. Да, ты ставил все на кон. И поэтому ты побеждал. Но ты знал, что когда-нибудь настанет момент твоей смерти. Прощай, брат. Ладно, похуй, разбаню. Все-таки модер, блядь, нормальный. Один из многих. Все, в бане побыл. А, 2 минуты. Достаточно, надеюсь, тебе. Научил, блядь, тебя уважать, батьку. А, и... Ашотеру, пожалуйста, выдайте бан, ребят, модеры, если еще не выдали. Все, они самые. Я тебя разбанил, если что. Ну все, пацаны, все. Хватит. Хватит, блядь. 1 ночи, всем спать срочно. Ой, так как я никуда не уезжаю, в принципе, все анализы закончил, будем смотреть там фильмы по ночам, блядь, вон с пацанами играть, с Путом во всякую хуйню, там с Алисоном, с Акселем, с Дэном. Пожалуйста. Ну, здравствуй, говорит. Здравствуй, отсидел? Как там, блядь? На злородным. Да, отсидел на злородным. А в Дискорд? А что в Дискорд? А, в Дискорд, а не саму. Блять, я забыл в натуре. А погоди, в натуре ж в Дискорде надо было. Скукорек-то я никому не дал, я что, ебанулся? Ашер, пожалуйста, как... блять, его уже забанили? Мне нужно его, сука, ну а не саму хотя бы, дайте мне в Дискорд. Так, где ты, братан? Ты там также подписан до сих пор? Как и был? Сейчас найду. А как мне найти Дискорд того типа, который был, блядь, первый? Который, блядь, должен быть забанен. Ох ты, ёб твою мать. Ага. Эфашоту. Стоит вес на 2 минуты насчет игры. Да погуди, куда я? Никуда не ухожу еще. А не сама. Так. Звонок другу. Алло. Ну что, ты все понял? Да. Ты, блядь, у меня... Под шконку, нахуй. Я могу все. Жестокий, но справедливый, я считаю. Кто сделал слоу-мод на 30 минут? Это точнее. Это банан 100%. Это банан? Бан банана, да. Анмод банану, нахуй. Бан банану, блядь. Забань банана, сейчас я сейчас ему анмод сделаю. Наконец-то. Мы соседи. Я, блядь, император. Кайдзю, блядь. Или как его там назвать? Сёгун. Я могу. Пугает, конечно. Я сам иногда просыпаюсь, обсираюсь, блядь, от страха. Насколько я могущественен. Как Танос, блядь, не еби мозги. Так, о, банан, хорошо, ты написал. Я, блядь, не знал, как твой ник именно правильно пишется. Сейчас мы тебя быстренько сделаем. Снять с должности модератора, забанить нахуй. Банан, прости, брат, иди нахуй. Хватит с тебя. Ну все, никто не знает, как у Ашота последний, ну, этого самого... Как назвать-то, блядь, Дискорд? Ой, блядь, Ашотер. Я не видел. А его забанили уже? Я тоже не в курсе, сейчас мы узнаем. А вот кто-то спамит. Ашотер? Ну, Ашотер это... Или это другой уже? Это спамят не его Дискорд, это просто его спамят. Он не хочет мне писать. Он не хочет признаваться. Он лишается последнего скукорека. Лишается. Передать привет родным и близким теперь не сможет. Верни банана, блядь, но если народ просит... Да, конечно. Это его подсосы, наверное. Банановские подсосы? Угу. Да, сука, да. Блин, а я уже... О, все вижу. Насмехаюсь над ним в чате. А, сука, меня наебали. Написали Ашотер 1488. Как легко тебе. Как легко, как обычно. Он, блядь, в бане. Ну, по-моему, его бананы банил, да. Но в личку-то он не может написать. Видимо, ты слишком сильно забанил его банан, что даже он так не вариант. Слушай, ну это имеет смысл, да. Я чуть задумался, но, наверное, ты прав.
И что мне делать? Что мне делать? Кстати, что, банан без модерки почему-то? Да ладно, что оставь. Да нет, почему? Я вернул ему модерку. Странно. Ну, видимо, не принял. Видно, отказался. Этот меч он выкинул. Не по размерчику. Не могу его разбанить. Пишет, такого пользователя нет. А как он может его разбанить, если банан не модер? У него до сих пор меча я не вижу. Все это проеб. Ладно, ребята. Ну, проеб так проеб. Ничего страшного. Нет последнего скука река и нету. Не особо много мы потеряли. Давайте на натуре, блядь, ложиться спать на откидос. Хватит, блядь, с нас. Достойный вечер, что ли? Спроси, кто... Да, достойный окончание. ДС, да я помню, Вуди, блядь, я сейчас я тебе позвоню, я помню. Сейчас я тебе позвоню. Ты мне напиши в Дискорде, это я. Скоро 13:37? Да. Он мне тоже писал, чтобы я тебе написал, чтобы ты не забыл. Я не забуду. Переигрывать? Очень сильно забыл. Не, ребята, все, я ебанусь. Надо закрываться, надо, блядь, успеем еще потом успеем, блядь, поиграть. Сколько мне факов. Спасибо, ребята. Спасибо. Я ценю. Все твои. Все мои, да. В принципе, можно Ашотера и разбанить, если он совсем обиделся. Все, ребят. Люблю, целую. Прощаюсь с вами. До скорых встреч. Да, в квестанцах. Нет. По фигуркам напиши. Блять, всем надо написать. Всем на свете надо написать. Всем позвонить, всем все узнать. Естественно, да. Естественно, знаю. А, Дэн, блядь, я же тебя скипнул каким-то хуем. Сейчас я это самое позвоню. Спасибо вам за то, что посидели со мной. Было весело, хотя игра, ну, не особо прям весело. Не настолько весело, как беременна в 16. Давайте признаемся сами себе. Ну, тоже нормально, я считаю. Сойдет. Беременна в 16. Если бы в игре можно было беременеть, было бы вообще хуяно. Было бы точно так же, как беременна в 16, да. Ну, ничего, мы будем пробовать разные новые вещи. Прогрессивные, блядь, молодежь. Все, люблю, целую, пока-пока. Все, пока. А, и тебе пока. Я успел сказать или не успел сказать? Да, нет, ты успел сказать, я еще не отключился. А, теперь неловко будет. Да не, нормально.